Всем привет, друзья! Вы на канале Шедр Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы в Синкинс Сити, и сейчас отправляемся на второе дело. Мне вот эта саперная лопатка больше всего нравится. Потому что у нас есть отличный офигенный удар этой лопаткой, мы только что что-то сломали. Одежда, конечно, не очень, но тут посмотрели в шкафу. Да хватит крушить, ты псих ненормальный. Тут все надо открывать более или менее интересное. Ну, вот мы сейчас как вот этот вот тип или как вот этот одеты. Есть еще пальто. Ну, пальто, в принципе, тоже ничего выглядит. Отдыхающий, конечно, никуда не годится в такую погоду бегать в одной рубашечке. Есть еще обычная одежда. Ну, давайте обычную одежду. Правда, здесь пальто поинтересней. Давайте это переоденем. Просто чтобы рубашка не торчала, а то еще что-то заползет. В этом же городе много разных существ. Мы даже в прошлой серии одного пристрелили. Ну что? Нам тут сучили еще какой-то револьвер, оружие стало больше, это нам вообще сучили в самом начале игры. А ну как это выглядит? Лучше, наверное, все зарядить, мне кажется. Это все идет с дополнением, эти все пушки какие-то. Но я думаю, это нам поможет с вами в наших делах. Плюс еще ко всему у нас навыки. Три навыка очков знаний, которые можно на что-то потратить. Давайте потратим для начала на вот это дело. Невероятное выздоровление. Находясь на пороге смерти, вы медленно восстанавливаете ограниченное количество здоровья, чтобы дать врагу последний бой. Вот это, я думаю, важно. Давайте это сделаем, приобретем. Приобрел? Да, приобрел. Ну а дальше по порядочку. Давайте тогда посмотрим, что это. Вы можете зарядить дополнительный патрон и получаете 10% шанс на двойной урон выстрелом из палец. Он тоже, я думаю, да, ничего упадет. Второй взяли. Откроем пока главные ветки, а там потом будет видно. И что тут еще у нас третье есть, да? Детали, а это что? Абсолютная ясность. Больше опыта, кстати, в здравом уме немного дольше. Опыт тоже весь полезный. Ну что, возьмем центральные ветки, а там будем смотреть, да? Куда что идет. Можно автомат, кстати, развивать. Повышенная точность стрельбы из пистолета, пулемета. А тут у нас идет атака ближнего боя, наносит немного больше урона. Хорошая вещь. А ваша живучесть увеличивается на 15%. Ну, по-любому надо увеличивать себе живучесть, конечно. Но опыт тоже не помешает. Опыт тоже нужен. Давайте возьмем эту ветку. Тоже возьмем эту ветку. Как раз у нас 3 очка знаний. А дальше посмотрим, что куда пойдет. Ну что, фонарик проверяем. Батарейку я вставил, шикарно. Тут больше ничего у нас не висит. Ничего. А вон еще записка на дверике. В прошлой серии не заметил. Сейчас я ее возьму. Стол протер. В окнах ничего интересного. Ну что, давайте выдвигаться. Напомним, что нам надо делать. А делать нам надо следующее. Потерянное море, таинственные книги. С кем-то надо поговорить в этом отеле еще. И Потерянное море, это Роберт дал мне ключ от штаб-квартиры экспедиции. Находится в сильной части Каверсай на пересечении Шерроуд. Вот туда-то мы с вами и потопаем. Все, я готов выходить. Подожди, это еще что-то есть? Мистер Рид, похоже, вы переутомились, проводя расследование для мистера Трогмортона. Простите за дерзость, но я перенес вас в риф дьявола, пока вы были без сознания. Пожалуйста, берегите себя, в следующий раз меня может не оказаться рядом... Йоханнес. Спасибо. Спасибо, что перенес целость и сохранность. Тут что-то написано. Напоминает мне о доме. Я уже скучаю по Бостону. Да, я тоже уже скучаю по Бостону. Что? Пошли походим по номерам. Смотрите, тут эти метки. Это явно для чего-то они нарисованы. Гильза металлолом. Ну понятно, что это метки для того, чтобы мы... Ох, я не могу пройти дальше. Там могло что-то быть. Чтобы мы с вами на эти метки реагировали и собирали дополнительные ингредиенты для чего-либо. Так, напротив кто-то должен был жить. Мне сказали войти сюда. Тут явно какие-то сектанты обитали. Круги разные. Сейчас будем разбираться, что они тут делали. Книга Мэйер. Среди рыбаков ходят слухи о местечке в южной части Уиспер-стрит. Недалеко от особняка Блэквудов, где по ночам проходят какие-то собрания, местные недолюбливают этот район на востоке Гримвейн-Бэй. Видимо, боятся те, кто собирается возле недостроенных кораблей. Говорят, на этих собраниях читают проклятую книгу, которая вызывает у людей такую отчаянную тоску по морю, что они идут в воду и тонут. Тот, кто вслух читает эту книгу, стоит на борту зловещей лодки, которая почти не видна в тумане. Все, кто видел... Как она причаливает к берегу, либо сошли с ума, либо просто исчезли. Книга Мэйер, улики обновлены. То есть это те самые книги, которые нам нужны для костюмов, да?
Заколдованная книга. Возможно, местные легенды — это не простые суеверия. На огромной яблоне, которая до сих пор растет возле сидрового завода, когда-то было повешено 12 ведьм. Среди этих документов есть признание. Одна из ведьм сказала, что сам дьявол даровал им книгу с могущественными заклинаниями. Эта книга скрывается от глаз смертных, ожидая, когда ведьмы возродятся и вернутся за ней. Ведьма, написавшая это признание, жила в восточной части Ридхайтса, где-то к северу от пересечения Комьюнион Роуд и Мьюзиум Авеню. Может быть, книга до сих пор спрятана там. Хорошо. Еще кое-что нашли. Так, еще какие-то заметки. Я закрыл окна и запер дверью. Кошмары, банда королей в желтом. Это просто люди. Здесь они меня не достанут. Теперь тут только я и мои кошмары. Еще немного я пойму, что они означают. Кошмары. Еще что-то достали. Так, еще какая-то записка. Так, пистолет, автомат. Лучше это все убрать, наверное, поменять на вот это. Еще что-то есть. Книга колеса. Мне приснился сон такой правдоподобный, что у меня до сих пор руки дрожат. Посреди города появилось огромное колесо обозрения. Люди поднимались на нем все выше и выше, оказавшись на самом верху, прыгали вниз. Гора трупов все росла и росла, пока наконец толпа не вытолкнула колесо меня. И тут я увидел мужчину с кожаной сумкой. Он стоял в центре колеса и читал вслух книгу. Его ужасная панихида заставляла колесо вращаться, а людей идти навстречу смерти. Может ли такое случиться на самом деле? Но я знаю, что колесо обозрения есть в парке на западе Олд Грова, недалеко от Сенчури Авеню и Бикон Стрит. Но где может быть эта книга? Так, еще одну книгу нашли. Ну, вернее, задание на книгу взяли. Вот еще. Книга, которая ждет. Строительство церкви было его искуплением. День за днем он работал, не прося за это денег. Таскал камни, укладывал их во влажную почву со Швейн-Харбор, в общем. Ночью, возвращаясь в свой дом за церковью, он не мог уснуть. Его звала книга, которую его предки перевезли через океан. Когда церковь была построена, священник нашел ее висящим на веревке колокола. Книга до сих пор ждет, когда кто-нибудь придет и прочтет ее. Его дом находится в центре Salvation Harbor на Old Church Road, между Seven Oak Street и Уинхейм Street. Это место все еще пользуется дурной славой, и даже после потопа там никто не пожелал поселиться. Зайдем как-нибудь. Так, порох, гильзы и патроны 38. 38 калибра. Еще что там? Спрятанная книга. Чтобы разыскать эту книгу, пришлось изрядно потрудиться. Ее украли из музея Трогмортонов, а затем Том купил местный хирург, который после потопа был найден мертвым в собственном доме. Я пробрался в его жилище и осмотрел его. Ничего не нашел, но я знаю еще одно место, где может оказаться эта книга. Заброшенная частная больница на западе Ридхайтса, где работал хирург. Судя по записям, она находится на Бурбон-роуд между Инсмут-роуд и Оук-стрит. Спрятанная книга. Так, еще тут что-то есть интересное, а? Конечно, есть. Еще куча книг. Книга в банке. Разговаривая с местными всегда непросто, но этот старикан оказался одним из самых странных. Он был рад поговорить о книге, но когда я предложил ее купить, только рассмеялся. Я оставил ее в самом безопасном месте города и заплатил столько, что она будет храниться там до конца света. А если его забросили после потопа, то это еще и лучше. Незнание — самый надежный страх. Страж. Думаю, он имел в виду заброшенное здание банка в Северном Адвенте на Форзайзер-стрит между Хиллок-стрит и Уинхалф-авеню. К сожалению, идти туда в одиночку слишком опасно. Местные женщины, книга в развалинах, распускают слухи о разрушенном доме в центральном Каверсайде, недалеко от радиовышки на перекрестке Лендинг-авеню и Кингспорт-стрит. Говорят, что призраки хозяина дома и его семьи все еще читают свою нечестивую книгу. Несколько приезжих, которые пытались там поселиться, сошли с ума. Вдохновляет. Так, этот парень явно не дожил до того дня, когда я найду эти книги, и он, собственно, их не нашел. Все, по-моему. По-моему, я все книги вычесал. Куда они мне добавились? В знания. Знания — это документы. Документы, записка и кошмары. Это то, что мы нашли. Документы нам не интересны. А журнал — это таинственные книги. Вот они, собственно, все. Раз. Книга в банке. Вот такие вот книги. Хорошо. Хотя, по-моему, есть еще что-то. Может, я что-то не дожал еще? Смотри, сколько там костюмов неоткрытых. И столько должно быть книг. Я надеюсь, на карте они как-то пометились, потому что я не запомнил, на каких улицах они находятся. Ну, собственно, не знаю. Ну, возможно. Вот она, книга какая-то есть. Это библиотека, по-моему. Ладно, будем как-то разбираться по ходу.
Все. Все, все, что надо было, я взял с собой. Раз, два, три, 7 книг у нас получилось. А это что, мольба о помощи? Я слышал, что вот этот самый... 7 книг у нас имеется. Сколько у нас костюмов? Если они, конечно, с ними связаны. А, дверь не поддается. Нормально. Мистер Арчер, я видел, как вы перетаскивали вещи к себе в комнату. Найду на полу хоть одну царапину. Заставлю вас за нее заплатить. Да молодец. Хорошо, тоже... Дверь не поддается. Добавим это мы с вами в коллекцию. Ну все, пошли, короче. Короче, все, пошли дальше. Если что, я думаю, мы в нашу квартиру еще вернемся не раз. Для разных дел. Пошли еще верхние этажи посмотрим. Так. Нам, конечно, надо валить уже из этого отеля. Но тут, наверное, все закрыто будет. Да нет, вот эта дверь похожа на открытую. Воу, реально. Реально тут что-то может быть. Сейчас пока пошимся. Порох. Думаю, пригодится. Еще что-то. Слишком много совпадений. Так, маяк погас, одни корабли потерялись в море, другие теперь украшают городские пляжи. Это ладно, но недавно в городском порту появился предприимчивый тип, который нанимает людей искать корабли. Он продает их и получает приличные деньги. Это не может быть совпадением. Надо во всем разобраться. Хотелось бы мне, чтобы в этом городе было что-то, что, для чего бы нам проще было по этому ориентироваться. В общем, что-то так. Много совпадений, есть метки какие-то. Я бы эти метки, конечно, перенес бы себе на карту. Так, ну туалет примерно такой же, как у меня. Поэтому можно идти не жаловаться никому, что у меня плохой туалет. Ничего себе, тут дьявол какой-то на картине. Что это вообще такое? Вампир какой-то. Кто-то висит, нет? Я зашел, тут может труп какой-то висит, а я его обошел, пошел картины посмотрел. Нет, ничего. Но эта дверь тоже не открывается. Все. Все комнаты проверил. Какие можно было проверить. Пошли быстрее домой. Домой мы не пойдем, мы пойдем вниз. Так, доска объявлений нам не интересна. А внизу находится что-то. Наконец-то вы проснулись. Имейте в виду, мистер. Если вы не перестанете шуметь, я вас выселю. Вообще-то я единственный желез здесь. Если ты меня выселишь, то твоему отелю конец. Ты кто вообще? Шуметь? Шуметь? О чем это вы? Мои постояльцы должны вести себя прилично. Стоны, пение, вот это все такое прочее нужно прекратить, ясно? А у вас есть доказательства? Может, это был не я, а кто-то из соседей? Я спал как убитый, ничего не слышал. Уж, как это типично для чужака. Ваши соседи, уважаемые люди, они так себя не ведут. Не думайте, что из-за покровительства этого человека в желтом вам все дозволено. Почему вы так неприветливы с постояльцами? Вы же на нас деньги зарабатываете. Приезжие, которые хлынули сюда после потопа, они все полные психи. О чем это вы? Когда они съезжают, я нахожу записки и книги. Знали бы вы, какая там чушь написана. Только и годятся, что на растопку. Можно взглянуть? Да, я так и знал. Я вам говорю, что ни один человек в здравом уме этим не заинтересуется, а вы хотите взглянуть. Да берите, что хотите. Ого. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сколько мне тут натолкали записок, и это мне что, все прочитать надо? И плюс одна, пожалуйста. Записка о знаках. Дарин, кажется, я узнал кое-что интересное. Итак, местные арестуют нас... стенах знаки, чтобы отмечать особые места. Немного похоже на знаки бродячих рабочих, которые полно по всей стране. Оказывается, эта традиция уходит корнями во времена задолго до потопа. Мне удалось выяснить значение некоторых из этих знаков. На дверях ты мог видеть знак в виде буквы N, означает, что место заселено. Знак в виде решетки рисует там, где спрятано что-то полезное. Латинское V означает опасные места, где можно неплохо поживиться. Все же я еще не могу понять, что означает знак в виде спирали. Может, ты разберешься? Если ты увидишь крест с тремя буквами К, сразу доставай пушку К. Понятно. Это как-то запомнить бы, наверное, да? Н место заселено, ну, в общем, буква В опасное место, где можно поживиться, надо запомнить будет. Хотя лучше буква Д была, там опасность, dangerous. Ну ладно. Ну, буква К это конец, я так понимаю, да? Спираль неизвестна, а то мы уже с вами так решили. Ясно, там насовали записок. Куда это все засовывает-то?
Итак, маяк погас, это мы с вами читали, записки, все ясно, журнал. Письма из Окманта, вот это вот жесть, конечно, что это такое? Владелец гостиницы разрешил мне посмотреть странные записи, которые нашел на номерах пропавших приезжих. И среди них я обнаружил несколько страниц из дневника человека, описывающего свою жизнь в Окманте. Он страдал от видений и отмечал места, где они происходили. Может так, он пытался их избежать, ладно. Сегодня я заснул на улице. Наверняка это как-то связано, колыбельная на перекрестке, как-то связано с моими видениями, потому что я чувствовал ту же тошноту и головную боль, что и перед их появлением. Это произошло в Каверсайде, недалеко от пересечения Таннер-стрит и Олд-Чёрч-Роуд. У меня закружилась голова, во рту появился горько-сладкий привкус. Я увидел женщину с добрыми глазами, она дала мне попить и что-то прошептала. Сразу после этого я уснул и почти полдня пролежал в грязюке, как бродяга. Просто чудо, что у меня ничего не украли. Ты лежишь как бомж, конечно, что украдут-то. Заметки Инсмутса. Местные исмунцы меня пугают. Никогда еще не видел такого количества больных людей. Их лица преследуют меня даже в видениях. Недавно я был в северной части Гримхейм-Вейн-Бэй на Успер-стрит. Едва я дошел до Хьюберт-авеню, как меня настигло видение. Я стоял в толпе исмунцев, замаскировавших под одной из них. Я слушал, и предводитель читал историю о капитане, который участвовал в языческих обрядах, совокуплялся с дикими ведьмами и животными, приносил жертвы. Я до сих пор помню его имя Овид. Мне надо это запоминать. Ужасное дитя. После этого видения я дрожу от страха, когда слышу детский плач. Это произошло в западной Рид-Хайтсе. То есть меня это тоже ждет, да, я так понимаю? На Вашингтон-стрит. Я перешел Эйбон-стрит и направлялся к Оук-стрит, когда вдруг увидел его. Существо бежало так быстро, что я даже не понял, что это. Оно выпрыгнуло из окна, и меня тут же накрыло видение. Я видел врача, который прятался в комнате. Он что-то писал дрожащей рукой, кажется, это было завещание. И тут я разглядел существо, которое его преследовало. Младенец на тонких заостренных ножках, с маленьким злобным личиком. Его визг до сих пор звучит у меня в ушах. Какой ужас. А что это за кнопочка? Что это реально за кнопочка? А, не знаю, что это за кнопочка. Просто вверх-вниз. Так, сзади. После вчерашнего видения я оборачиваюсь на любой шум. Я шел по Мёрдок-авеню и в западном Адвенте. И недалеко от Оук-стрит меня настигла жестокий приступ мигрени. У меня пошла кровь из носа, и я снова увидел видение. Я видел человека, который писал письмо, а сзади к нему кто-то подкрадывался. Каким-то образом я был одновременно и зрителем, и сидящим человеком, но сколько бы я ни выкрикивал предупреждений и не пытался обернуться, ничего не получалось. Похоже, когда убийца ударил того человека по голове, я потерял сознание. В гостиницу сумел вернуться только спустя несколько часов. Голоса из труб. Во, псих. Я боюсь раковин в ванной и на кухне. Каждый раз, когда мне надо вымыть руки, я дрожу от страха. Вдруг они со мной заговорят. Это началось после видения в западном Рид-Хайтсе, недалеко от пересечения Бейкер-стрит, Уорд-стрит и Эйбон-стрит. Я увидел окровавленного голову мужчину в комнате без дверей и окон. Его окружали темные отверстия труб, и он отрезал от себя один кусок за другим и совал их в медные рты. Они шептали ему, их сладкие голоса что-то сулили, но в то же время в них слышались голод и ненависть. Как он мог им поверить? Сможет ли он сбежать? А главное, заметили ли они меня? Шум в ушах, когда я шел по Ламбер-стрит в восточном Рид-Хайсе. Это случилось снова. На этот раз я не только видел образы, но и слышал шум. Шипение радиопомех, которое становилось все громче и громче. В них звучали далекие голоса и отчаянный плач. Я старался не подавать вида, чтобы местные не догадались, что у меня галлюцинации. Когда я перешел Буллок-стрит, направляясь к Хиллок-стрит, появились зрительные образы. Шипение заполонило мой разум, и я увидел человека, окруженного радиоприемниками. Он разговаривал с ними. Я почувствовал, что он умирает, и когда жизнь окончательно покинула его, видение исчезло. Зов океана. Сегодня вечером мне пришлось уйти из гостиницы. Так воняло гниющими водорослями, тухлой рыбой, что стало трудно дышать. Помню, я увидел огромную яблоню и подумал, что там мне станет легче. А я еще боялся, что мои приступы заметят владелец гостиницы. Видение пришло, когда я был в нескольких кварталах от яблони. Шел по Браун-стрит и в центре Шеллса. Мне показалось, что я тону. Я бросился бежать, и когда перешел улицу, где стоит церковь Святого Михаила, то почувствовал, как вода окружает меня, давит, зовет. Я изо всех сил боролся с желанием отправиться к Мэйер и погрузиться в него.
отвратительное возбуждение. Мои видения очень разные, но всегда пугающие. Сегодня я видел какого-то человека, он вышел из дома в Южном Олдгрове на Уорвик-стрит, где-то между Сисайд-стрит и Хиллсайд-стрит. Наши взгляды встретились, и на меня нахлынуло жгучее возбуждение, дикий поток эмоций. Я увидел его среди чудовищ, он трогал их, обнимал, целовал. Видение было таким отчетливым, что я согнулся пополам, и меня вырвало. Он прошел мимо, буркнул что-то вроде «проклятые чужаки», и я молился, чтобы он не остановился, не предложил мне помощь. Ну да, еще пообнял бы тебя. До сих пор, закрывая глаза, я вижу существ, окружающих этого человека. Зеркала. Боюсь, меня кто-то преследует. Все началось после того, как я отправился в Западный Адвент. Там, на перекрестке Purity Road и Oak Street, у меня началось видение. Я видел зеркала, в которых двигались отражения. Кто-то оказался в ловушке и тщетно пытался выбраться на свободу. Выражение панического страха у него на лице глубоко меня потрясло. После этого меня начал преследовать очень... высокий и худой мужчина. Он всегда держится на расстоянии. Больше всего меня беспокоит то, что я вижу его в отражениях, но никогда напрямую. Наверняка в полиции посмеются надо мной, если я попытаюсь просить о помощи. Похоже, пора купить хороший надежный пистолет и научиться стрелять. Да-да. Так, одинокий ребенок, это видение испытывает меня, играет с моим разумом, мои старые забытые страхи оживают. В детстве я боялся оставаться один. Мне все время казалось, что родители уйдут и никогда не вернутся. Сегодня я отправился в Восточный Каверсайд, и видение пришло на перекрестке Сент-Эльм-Лейн и Кингспорт-Стрит. Я был совсем один, в запертой комнате, голодный и напуганный. Оставаться там было очень страшно, но снаружи было еще страшнее. В коридоре что-то скреблось, снаружи доносились ужасные крики. Я не мог бежать, не мог прятаться, я мог ждать, когда вернется мама. Несчастная женщина. Потоп почти разрушил этот город, но он не утратил своей странной притягательности. Я не могу удержаться от прогулок, хотя они приносят мне новые видения. Я отправился в восточную часть Salvation Harbor. Видение пришло, когда я был недалеко от перекрестка Фитц О'Каллахан Стрит и Олд Чёрч Роуд. Я вдруг остро ощутил одиночество и страх. Я был женщиной, которую заперли в комнате, где она медленно гнила заживо из-за ужасной болезни. Мое тело преображалось, я ощущал сильный зуд, а мое лицо, мне пришлось удерживать кожу обеими руками. Иначе наросты на ней скоро закрыли бы мне нос и рот. Очнулся я на дороге, я сидел и плакал, пока какой-то инсмутец не пнул меня и не приказал убираться прочь. Спасибо этому человеку рыбе, да? Ну хорошо, это дополнительные дела, это мы все с вами, я так понимаю, увидим. Все эти кошмары нам предстоит встретить. Чудесно, спасибо, что предупредили вовремя. Я все вижу, чувак. Хорошо, что у тебя еще есть? Моему дорогому племяннику, дорогой Виктор, как тебе живется в Окмонте? Если тебе что-то понадобится, Блэквуды с радостью помогут, я с ними уже договорилась. Что же касается твоего вопроса, к сожалению, я понятия не имею, куда уехал Роберт. Знаю только, что в Инсмонте он не остался. Может быть, еще есть надежда, что он не погиб в том проклятом погроме. Пожалуйста, позаботься о гостинице. На нее имели виды многие наши родственники, но ты мой любимый племянник, поэтому я даю его тебе. Я знаю, что Риф дьявол в надежных руках. С наилучшими пожеланиями, тетя Порция. Моему дорогому. Это ты племянник, что ли? Я все вижу, чужак. Походу, это он. Так, чем у тебя есть поживиться? О. Гильзы и пружины. Хорошо. Это нам пригодится, конечно же. Так, тут знак какой-то. Что еще мы тут и прячем от меня? А? Да, тут тебе явно не густо с постояльцами. Да кто сюда приедет-то, кроме меня-то? Ненормально. И то я бы сюда не приехал, если бы не видение. Ну что, все, пошли. Вау. Еще ничего, я думал, будет как в предыдущей серии. Постоянный мрак. И какой-то ужас. Новое место для быстрого перемещения. Риф дьявола. То есть у нас быстрое перемещение теперь будет доступно, да? Угу. Хорошо. Окей. Для писем. Отлично. Автомобили, которыми нельзя пользоваться. И куда нам идти дальше? Вода, которая никому не нужна. Карта, наконец-то. Так, карта. Карта города, которую можно читать как хочешь. В общем, мне надо следующее. Вернуться к герою, отметить на компасе, поставить метку. Отметить на компасе что? Убери это. Знания. Знания-то добавились в документы, которые мы только что нашли моему дорогому племяннику. Давайте смотреть, что нам надо делать. Главное дело, конечно же. А потом уже все остальное. Роберт Трогмортон дал мне ключ от штаб-квартиры. Она находится в северной части Коверсайда на пересечении Ашер Роуд и Хьюберт
Авеню. Ашер Роуд и Хьюберт Авеню. Хьюберт Авеню я уже вижу. А Ашер Роуд вот здесь вот. Вот здесь вот находится. Короче, здесь нет меток, куда надо идти. Хо-хо. Это круто. Это круто, это новый опыт. Раньше, ну не раньше, а в современных играх за руку водят. Тут придется искать самому по карте. Хорошо, у меня есть вот лодка. Я впервые сейчас буду пользоваться, наверное. А зачем она мне нужна? Да по идее она мне не нужна. Правильно? Хотя нет, она мне нужна. Нет, а как? Подождите-ка. Здесь же тоже вода. Лодка здесь. То есть я не смогу попасть вот сюда, если... А, мне надо просто проплыть вот сюда, и тут уже пешочком, да? Хьюберт Авеню. Либо плыть через весь город. Нет, мне просто сюда надо проплыть, а тут я пешком уже дойду как-нибудь. Полицейский участок. Короче, надо открывать побольше мест, чтобы быстрое перемещение работало. Это не годится, конечно. Вот так вот этот вот. Ездить туда-сюда. Ну да, развалился город, конечно. Атмосферненько. Как в Silent Hill. Все, как отсюда выпереться. Отлично. Надеюсь, лодку развернут потом. Привязывать не надо. Надеюсь, что нет. Фу, какой город. Эй, здрасте. До свидания. Чем вы тут занимаетесь? Хорошо, давайте, наверное, активируем какие-то места еще по дороге. Может быть, газету какую-то откроем. Это же газета, да? А, это библиотека. Нет, газета «Вести Окмонта». Чтобы мы сюда добежали и... Или не стоит этого делать. И потом просто переместились, да и все. Автосохранение. Ну тут я, по-моему, один бегающий ненормальный. Все ходят спокойно и медленно. Ё-моё. Человек-рыба. Так, вот здесь эта метка. Появляется. Здрасте. Все читают газеты. Ну да, газета здесь. Место открыто, нет у меня на карте, а хрен его знает. Или меня сегодня не пустят, пока я по квесту сегодня не дойду. Да нет, пустят, заходи, пожалуйста. Давайте посмотрим. Старые газеты у двери, возьмите их и перестаньте меня донимать. Отлично. Кажется, вы меня с кем-то спутали. Разве вы не чужак? Да, я здесь недавно. Да, пожалуй, я чужак. Чарльз Рид, частный детектив. И мне тоже нужны старые газеты, точнее ваш архив. А, так это вы раскрыли убийство Альберта Трагмортона? Да. Отлично. Я Хелен Бленд. Слушайте, могу я попросить вас об услуге? Дайте мне эксклюзивное интервью. Вы не пожалеете. Вести Окмонта – лучшая газета в этих краях. Ладно, я непременно уделю вам время, мисс Бленд. Ну, давай. Все еще хотите взять интервью? Тут делать нечего. У меня есть немного свободного времени. Конечно. Мы знаем, что вы детектив, раскрывший громкое дело. Расскажите нашим читателям о себе. Я детектив из Бостона. Я частный детектив из Бостона. Мои навыки оказались полезны во время происшествия в порту. Что ж, детектив Рид, в нашем городе много тайн. Но людям может не понравиться, что вы суете нос в чужие дела. Кто знает, возможно, мы станем сотрудничать. А теперь главный вопрос. Почему вы здесь? Что привело вас в Окмонт? Я ищу причину психического феномена... который вызывает безумие и видение у людей по всей стране. Да, наш город тоже от него пострадал, но гораздо больше нас беспокоит потоп. Хотя Роберт Трагмортон отправил экспедицию... Да, а затем поручил мне ее найти. В этом есть ирония, верно? Думаю, пока хватит. Нельзя давать читателям слишком много материала за один раз. Спасибо за интервью, мистер Рид. Пожалуйста. Возможно, я сделаю еще что-нибудь интересное и снова попаду в газеты. Кто знает... До встречи. До встречи. Хорошее интервью. О, мужик съел газету. Смотрите, засосало. Наверное, интересное было. Так, это что? Пропавшая экспедиция. Роберт Трагмортон финансировал экспедицию, которая должна была остановить причины истерии. Подождите, это ж мое. Мое задание. Выберите улику. АД. А, это мой архив газеты, люди, чиновники, знаменитости. А зачем это закрывать? Раздел первой страницы. Статьи, интервью. Район. Славер Гарбен, Адвин. Шелс.
All Grove, Cover Site, Advent. Ну и что, я нажал дальше, что? Выберите три условия для поиска. А, мы можем с вами смотреть, что хотим, да? И люди, и чиновники знаменитости. И смотрим сюда, 3, Advent, F, поиск. Информация об улике не найдена. Ну ладно, понятно. Это возможность искать улики в этом месте, если что-то надо узнать. Только надо знать точные три данные. Три составляющие, чтобы все получилось. Здравствуйте, не ожидали? Я еще не сюда залезу. Я ваш город с ног на голову поставлю. Смотрите, тут работает все не как-нибудь там. Ну, еще кое-что найду. Спирт, порох, патроны. Зря у меня сюда впустили. Господа. Ой, зря. Ну ладно. Тут все, правда, две комнаты. А, еще один этаж. Ничего себе у вас тут. Вау. Что-то странное происходит. Это явно надо расследовать. Вы кто? Тоже какой-то, слышите, как и я приехал. Не хватало мне еще тут конкуренции. Явно. Окей. Вау. Ну, какие-то звуки, по-моему, нет? Или мне кажется? Или это так, общий шепот? Да нет, есть тут что-то. Чуть не пропустил сундук. Гильзы, пружины, порох. Ну ладно, ладно. Ну, благодаря этому навыку нашел сундук. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Ладно, побежали. Это дамочка. Здрасте. Еще может что-то здесь было. Ну да ладно, это нам не важно. Быстрое перемещение. Вы мне сюда не откроете, нет? Стоять. Я даже туалет проверю. Наверное, не откроет. Ну, я пошел тогда. Все. Быстрое перемещение не открыто, к сожалению. А зря. А зря. Я бы хотел на это посмотреть. Давайте пойдем вот сюда. И полицейский участок завалимся. Слушай, тут еще людей дофига. Я явно завернул не туда. Ну да, я пошел обратно. А ты кто? Слушай, тут много таких, как я. Похожих, по крайней мере. Нифига себе тут люди ходят. Если можно назвать их людьми. Такой ночью увидишь и все. Так, прямо и налево, направо. Ну, городок, блин, конечно, здесь. Тут не проедешь. Давайте еще в полицейский участок наведаемся. Все с рюкзаками, все что-то ищут. Так, полицейский участок. Мы уже практически подошли, давай сюда. Вот еще мусоросборник. Куклы носят с собой. Ну, народ странный. Так вообще красиво здесь. Ничего не скажешь. Справа полицейский участок. Сюда можно войти. Здрасте. Здравствуйте, офицер. Ну надо же, кто наконец решил к нам зайти. Это Чарльз Рид. Гений, раскрывший дело Альберта Трагмор. Меня уже все знают. Капитан Калли Плайнс, к вашим услугам. Что мы, простые смертные, можем сделать для вас, мистер Холмс? Я вам чем-то не угодил, офицер? Нет, что вы. Вы всего лишь выставили идиотами всех полицейских Окмонта. Скажу прямо, вам здесь не рады. Один неверный шаг, один косой взгляд, и с вами будут обращаться так же, как со всеми остальными преступниками. Ладно. А можно мне пока заглянуть в полицейский архив? Только потому, что вам покровительствует мистер Трагмортон. Но запомните, вы ходите по тонкому льду. Я буду ждать, когда он проломится.
Ладно, спасибо. Хотя бы в архив заглянем. Какая-то записка. Ох, тут темно. Я заодно и карманы проверю. Может, что-то интересное найду. Так, в камерах ничего интересного. Архив у вас тут, да? Ну, походу, да. Вот архив, также точно он ищется. Берем преступление, субъекты, район, сопоставляем. Но нам пока нечего сопоставлять, но в любом случае это можно будет организовать, если какая-то необходимость в этом появится. Пока что такой необходимости нет. Ну все, полицейский участок, ясно, что за дело. Жалко, что он нет быстрого перемещения. Хотя я не уверен, возможно, надо как-то его активировать. А тем временем у нас дождь пошел, но тем не менее светит еще и солнце, что удивительно. Ладно, давайте идти по уже квесту. Нам надо выйти на какую авеню-то нафиг? На Ашер Роуд и Хьюберт Авеню. Вот здесь на пересечении должно что-то появиться у нас с вами. Побежали. Вообще-то город, конечно, безжизненный на самом деле. Даже ни с кем не поговоришь. Фонарик можно выключить. Но симпатично выглядит, конечно. Весьма. Вот, мы пришли. Далее что? Здрасте. Мужик какой-то в темноте стоит. Нам сюда. Нам сюда, мы нашли эту метку. Это та самая штаб-квартира экспедиции. Ну и какие будут у нас дальше действия? Что надо тут найти? Он находится, дал мне ключ от штаб-квартиры на пересечении Ашер Роуд. Ну ладно, мне надо вообще что-либо найти. Любую вещь надо найти. Тут, правда, по-моему, уже кто-то покопался. Хотя ключ был только у меня до этого момента. Так, кто-то очень неаккуратно открыл дверь, как мы видим. Ключ не понадобится. Я же говорю, что кто-то уже покопался, причем конкретно. Опасности погружения. Водолазы с кессонной болезнью, или кессонной, наверное, могут страдать от многочисленных симптомов, более ограниченной способности к передвижению, тошноты и рвоты, потери ориентации. Острые симптомы могут появляться в течение 10 минут после выхода из воды и включают в себя паралич, оцепенение, слепоту, глухоту, головокружение, судороги, помрачение сознания или бессвязную речь. Паралич и оцепенение могут поразить несколько частей тела одновременно. Опасности погружения. Кто-то разбил ее вдребезги. А на кое найти нужна? Это музыкальный аппарат, что ли? Что-то такое? Ну, разбил и разбил. Кстати, тут надо бы как бы, это, ты понял, перестраховаться. Вообще надо зарядить все свои пистолеты, если ты планируешь здесь сражаться с бандитами. Если они тут будут. Кто-то ж с размером ноги бегемота эту дверь открыл. Вот, собственно, ты должен теперь и найти, кто это сделал. Аккуратненько. Порох не помешает. Так, ну зрение, не знаю, когда это надо включать. Зрение, наверное, не сейчас. Спокойно. Это звуки страшные. За углом никого, это уже хорошо. Так, патрон нашел, порох, гильзы. Никогда не видел такой раковины. Никогда не видел такой раковины. И записка. Как защититься? Согласно нашим данным, места с паранормальной активностью указывают на человеческий разум сильное, до сих пор неизученное влияние. Мы подготовили список возможных решений этой проблемы, включая медитативные практики и седативные средства для предотвращения вспышек безумия среди участников экспедиции. Настоятельно рекомендую отказаться от бесполезных оберегов, амулетов и религиозных символов, и использовать вместо них эти научно обоснованные методы защиты. ГДО. Так. По этому полу лучше не ходить. Тут явно рыба какая-то. Ух, рыба еще жива. А ну давай ее освободим. Не получилось. Я пытался. Поэтому меня упрекнуть не в чем. Так, еще там что-то взял, но мне даже не показали, что я взял. Ладно, нам сюда. Письма тут, какая-то переписка. Я думаю, здесь развязка будет.
Гэдоу, антрополог. Окманский университет приветствует нового сотрудника факультета антропологии профессора Гаррита Доу. Ее блестящее открытие, проливающий свет на происхождение племен инуитов, добавили новую страницу в книгу истории человечества. Теперь профессор Доу собирается отправиться в новую экспедицию. Надеемся, что ей удастся выяснить причину потопа и тем самым узнать, что всех нас ждет впереди. Знаем мы про вашу экспедицию, никто не вернулся нафиг. Один Альберт от того пришили. Опять это ракушка вращать. Образцы странно поблескивают. Интересно, откуда они? А так нельзя вращать? Тут ничего ж не появится нового, нет? Если я буду смотреть со зрением, нет, ничего. Ладно, верни, брат. Сообщение рыбаков. Местные рыбаки Салливан и Морган сообщают, что с морского дна поднимается множество больших пузырей и невыносимая вонь. Купил у Джек Харви образец странного вещества, плавающего в океане. Он утверждает, что нашел его среди множества мертвых и странно изуродованных рыб. Рыбу забрали на анализ. Некоторые местные жители рассказывают о скале, которая поднялась со дня моря, отчего туман засиял разными цветами. После этого случая свидетели еще 2-3 дня страдали от тошноты и головокружения. Элпи Стэн получил сильные ожоги после того, как отколол часть скалы у себя в подвале. Пробы взяты для анализа. Сообщение рыбаков. Хорошо. Давайте разбираться, что нам надо здесь сделать. Я пытался спасти рыбу, у нас ничего не вышло. Есть всякая фигня. Какие-то заметки. Мы добавили в знания, но ничего так толкового не нашли пока что. Как защититься, сообщения рыбаков и опасности погружения. Но это явно не журнал, и он нам явно не поможет нашим расследованиям. Где мне найти теперь этих участников экспедиции? Возможно, тот, кто сломал дверь, уже вынес все, что надо было. Все улики. Не знаю, не знаю. Но нам можно отсюда сваливать. Он какая-то тетка к нам идет. Или это просто? Да тут много хоть и странных людей. Тут же темнеет, кстати. Погода испортилась. Солнце было недолго в этом самом прекрасном месте. Ладно, давайте искать. О, я нашел птицу. Я так и думал, что это надо было включить здесь. Есть, нашли кое-что. Блин, да по-человечески можешь? Это все, что осталось от записи экспедиции? Несколько отсыревших бумажек? Ну да. Ну так ворона-то куда-то полетела. А мы пойдем за ней. Вау, скрытая дверь. Да ничего себе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Кто ты, мать твою? Что за заведения-то такие? Подождите, я его вижу наяву, что ли? Я его убил. Нормально. Так, у меня что-то плющить начинает. Внимание, внимание. Спокойно, спокойно. Восстанавливай, восстанавливай. Синяя шкала должна быть заполнена, я понял. Сильно надо не перегибать палку с этими видениями. Это так понятно, что здесь какая-то собака сидит трехметровая. Ё-моё. Иди нахрен. Кто бы ты ни был, выходи. У меня лопата в руках, если что. А еще я в школе самбо занимался. А ну куда птица-то? О, стой, стой, что-то есть. Обгоревшая декларация о грузе. Следующие грузы должны быть доставлены неразборчиво Гримхейп-Бэй, не позднее пятницы. Водолазные скафандры 5-й модели 6, баллоны с воздухом, консервы, личные вещи, 6 ящиков сельского оборудования,
Воздухопроводы, телефонная станция с проводами, генераторная установка, ответственная за доставку, тоже непонятно кто. Новая зацепка пошла. Сука, как же тут страшно-то. О, там что-то вверху у нас сияет. Подожди, вверху что-то сияет. Это там вверху что-то сияет. О, начала открываться картина. Что здесь произошло-то на самом деле? Сейчас будем разбираться. На минуту. Сука. Я думал его не убивать. Вот подонок. Я хотел у него интервью взять. Ладно. Обменялись выстрелами. Первое наше ранение долбанное. Чувак, я хотел просто с тобой поговорить. Какого хрена ты меня пристрелил? Недоумок. Мне информация нужна была. Я не хотел тебя убивать, честно говорю. Теперь меня обвиняют, что я убил рыбоголовых этих. Гильзы порох. Так, тут еще есть душевая. В общем, если в тебя целятся в этой игре, то диалога, я так понял, быть не может, да? Ты должен по-любому уложить эту собаку. Ладно, давайте разбираться с этим видением. Оно уже нас тут захватило целиком и полностью. Что, с чего началось? Ну, наверное, это ж номер один. Если дверь не выломали. Нет, дверь это номер один. Некогда с этим возиться! Отойди! Да, они выломали дверь. И одни, из них остался только один на самом деле, прикиньте. Ну, сюда я уже не выйду. Пока не развяжу, да? Хватай бумаги, остальное ломай. Окей. Бумаги взяли, остальное все разрушили, твари такие. Хорошо. Дальше они нашли вход. Ай, фатал, мир фарагов, ай, дагон. Вот они так дверь закрыли за собой. Да куда ж они делись-то? Я только одного нашел. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. Пора во всем разобраться. Ну что-то разбираться. Это четвертое. Первое вот тут. Если вверху, конечно, ничего нет. Да нет, ничего тут нет. Тут по порядку надо выставлять просто это все дело, да и все. Это первое. Некогда с этим возиться. Отойди. Это второе. Хватай бумаги. Остальное ломай. Это третье. Мир файро. Сожги все и проследи, чтобы объявления сгорели. А где пятое? Какие-то люди ворвались в штаб экспедиции. Они громили и жгли все подряд, уничтожили архивы и даже газеты. Опа, опа, ключевые улики найдены. Новая зацепка в чертогах. Хорошо, давай теперь сопоставлять, что к чему. Журнал. Появились некоторые зацепки. Обгоревшая декларация о Грузии. Это мы взяли. Взяли. Чертоги разума. Подожди. Несколько людей, то есть рыболюди, вломили штаб-квартиру экспедиции, уничтожили все, что смогли. Они сожгли большую часть архивов экспедиции. Результаты исследования, интервью с местными жителями. Понятно. Чертоги у нас всего две. Декларация о Грузии. Грузия экспедиции была доставлена на пирс Грим-Бэй. И сгоревший документ. Это все, что у нас есть. Архив экспедиции уничтожен, но у меня все равно есть пара зацепок. Я знаю, что они вышли из города на грузовом корабле из Гримхэвэмбэй. Возможно, объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков «Вести Окмонта». Ладно, сгоревший документ, журнал обновился. Так, и добавили мы его сюда. Обгоревшие газеты, новое задание. Меня плющит. Блин, надо было этого допросить. Интересно, обязательно убивать, да? Я хотел с ним бы немного поговорить, на самом деле. Самую малость. А он мне этого не дал.
Тут еще что-то есть. Что-то не следуется полностью. Какие-то еще есть улики. Beacon Street. А куда ж мне тут идти? Уэхэм Бэй. В общем, понятно. Уничтожено, у меня есть равно зацепок, я знаю, что не вышли из города на грузовом корабле из Гримхэм Бэй. Возможно, объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков вестей Окмонта. В общем, надо идти в газетный этот, да? Ну, на самом деле, все. Это они сломали, разбили. Меня немного подстрелили, какие-то тут ненормальные ходят вообще. Так, нам в газету, давайте сюда. Метку как-то ставить можно, нет? Или не стоит метку ставить? Ау, Бэй, это ж вот это, да? Да, Гримхвен Бэй, это сама вот эта гавань, поэтому смысл туда бежать. Надо сначала найти в архиве газет что-то, мне кажется, да? Быстрое перемещение нет сюда? Как-то нет? Никак. Бежать придется. Ну, придется, наверное, бежать. Ладно, побежали. Чертовы чужаки! Здесь, правда, вот эта метка. Мы не все исследовали в этом месте. Я не знаю, как это исследовать, но это может быть очень долго. Какие-то еще есть зацепки. Что-то я где-то не увидел, что-то не нашел. Но это я читал, это по-моему. Это все, что осталось от записи экспедиции? Несколько отсыревших бумажек. Дважды не... Что, можно еще раз оббирать и оббирать? Я же уже брал с этого ящика что-то. Так надо по два раза залазить в ящик, да? Да, реально. Порох нашел только что. Я думал, одного раза предостаточно, нет? Так, там еще что-то есть. Чудесно, замечательно. А что, с одного раза нельзя выгребсти все, да? Раз залез, еще второй раз можно залезть. Я понял тогда. Хорошо, что вернулся. Но это я не знаю, куда это... Образцы странно поблескивают. Это нам не поможет. Интересно, особо. Откуда они? Ладно. Ладно. И здесь, да? Чудесно. Просто чудесно. Но он все равно не зеленый, еще что-то есть. Где-то что-то от меня скрыто. В общем, надо дергать до последнего. Вот эта вот стена странная, ну ладно. Да и в подвале, может, что-то было еще. Да, тут надо проверять все на свете, даже полотенце понюхать стоит. А вдруг там что-то есть? Ну да. Ну, вон одна улика еще есть. Вы не можете нести больше? Что, серьезно? Я думал, это вечная вещь. А, навык качай, и тогда сможешь нести больше. Вот что я еще не нашел. Похоже, этот шлем уже не починить. Ну да, шлем я еще не нашел. Вот теперь, по-моему, улики все должны найтись, да? Нет, еще что-то есть. Она все еще желтая. Тут чемодан какой-то. Круто. Если так, конечно, каждую эту комнату исследовать. Короче, надо навык качать, иначе я уже ничего не могу взять с собой. А что я не могу взять, интересно, с этого ящика? Патроны не могу взять. А если перезарядить? Я же все-таки один раз выстрелил. Так, давай без этого. Другие видят патроны. Какого-то другого калибра. Ну ладно, будем думать, что мы из-за патронов не можем полностью зачистить это место. Вообще, патроны... Надо как-то расширяться. Хотя здесь, наверное, не про патрон. Тут что-то с уликами связано, которые можно было бы еще отыскать, но я как-то не могу их отыскать. Может быть, как-то так надо их искать, не знаю. Ладно, неважно. Побежали дальше. Если каждую комнату так обшаривать, то, что нашли, нашли и прошли, и хорошо. Надо будет вернемся, и надо будет не вернемся. В общем, дело такое. Все, пошли в архив газеты.
Сейчас главное вспомнить, как я туда добегал. Это полицейский участок, по-моему, да, здесь? Без мини-карты, конечно, не очень весело бегать. Постоянно нажимать и смотреть, куда ты бежишь. Ну, в общем, побежали прямо, прямо, прямо. И чуть-чуть уходя в диагональ. В общем, можно стрелять, наверное, не бояться, да? Патронов тут много, я уже не могу их унести некоторые. Еще, по-моему, одну улицу, да? Да, еще одна улица. Что ты тут метешь, парень? Ты серьезно, в этой помойке что-то еще метешь? Или... Нет, это, наверное, псих какой-то. Что он здесь делает? Совсем, что ли, тронулись уже? Ну да, а тут вот читает книгу, самое отличное место. Этот парень белый фрак надел. Ну что еще? А, кстати, газета нам сюда. Здрасте, в общем, надо кое-что узнать. Берегите себя. Спасибо. Нажмите Т, чтобы получить больше информации. Вам часто нужно будет искать полезную информацию в различных городских архивах. Каждый архив содержит определенный тип информации. К примеру, в ратушах хранятся общие сведения жителей города и организациях. А вот информацию об отдельных категориях лиц, например, преступниках или пациентах, нужно искать в полицейском или больничных архивах. Возле улики в журнале может отображаться значок, показывающий на то, что нужно поискать информацию в архиве. Это вот такой надо значок, а что это, смайлик злой? Войдя в архив, выберите улику, о которой хотите собрать сведения. Затем обозначьте три условия для поиска нужной информации. С уликой условия поиска были выбраны правильно, а в журнал добавится новая информация. Обалдеть. И что же нам надо? Ладно, район я знаю точно, вот этот. Раздел. Люди. Чиновники, знаменитости. Раздел текущие события. Подожди, ладно. Ну я знаю только одну составляющую, сейчас узнаем другие. Журнал. Так, уничтожено, у меня есть все равно зацепки. Я знаю, что они вышли из города на грузовом корабле Гримхэм Бэй. Возможно, объявление о таком судне было в одном из недавних выпусков Вестей Окмунта. Мне надо просто посмотреть, наверное, архив, да? После потопа. После потопа. Правильно же, после потопа, ну да. Район Гримхэм Бэй. Еще один какой-то надо найти, я не знаю, текущее событие. Статьи. Во, наверное, сейчас что-то найдем. Ни хрена мы не найдем. А какую шулику-то тогда надо? Ну давайте текущие события. А что, после потопа нормально объявление. Не понял, что искать надо. А ну давай смотреть. А, здесь можно сразу смотреть, не обязательно уходить. Так, ладно, смотрим. Робот Кадута должна была стать причиной истерии Хатиши Окмунт. Ее участники собирались обрезать морское дно, однако Альберт Трокмунт не поручил найти участников экспедиции живых или мертвых. Южный, который находится в своем особняке, который будет ждать меня. Но это он, где будет меня ждать. Мне это все равно. Несколько людей с синдромом ламинического квартиры спиц уничтожили все, что могли, не сожгли большую часть архива, результаты с местными жителями. Следующие грузы должны быть неразборчивы Гриффин Бэй. Не позднее пятницы. Водолазные скафандры. Да-да-да-да, понятно. Генераторная установка, ответственна за доставку, тоже непонятно. Хьюберт Авеню, пропавшая экспедиция. Ладно, район я только угадал, это точно. Период явно тоже угадал. Люди, обычные граждане, да? Да, нашел. Архив экспедиции уничтожен. Подождите. Ничего ты не нашел. О, нашел, да. Рекламное объявление в фрахте. В Окмарском порту можно зафрахтовать 30-тонный корабль «Титания». Он полностью подготовлен к перевозке грузов и пассажиров, а также поддержке водолазных операций. Стоимость 70 патронов в неделю и их эквивалент. За дополнительной информацией обращайтесь к капитану Джеремайе Сандерсу, которого можно найти в Гримхевен Бэй на третьем пирсе Окмарского порта. Все, взяли мы его за потроха. Рекламное объявление. Отлично. Натыкали все-таки. Нет, ну интересно, конечно. Не так все, что тебе на лопате все принесли, а ты только читаешь и бежишь в нужную точку. Надо думать тут немножко, что хорошо. В Окнанском порту можно зафактовать, это мы нашли. В общем, Гринхем Бэй на третьем пирсе. В общем, понятно, куда идти. Только теперь бы как-то побыстрее туда добираться, чтобы не вот этим беготню не заниматься, вот этой вот странной.
Можно, конечно, на лодке туда доплыть, да? А это что? Это быстрое перемещение, походу, да? Ну да, но у меня одно. Ревди. А что у меня остальные не активируются? Я бы здесь с радостью бы активировался. Ну, сюда я не перемещусь. В общем, мне вот тут надо быть сейчас. Садимся на лодочку. На лодочке доплываем до... аж вот сюда. Ох, сколько плыть-то. Да, потом входим вот сюда. Вход все равно-то здесь. Ладно. Я здесь сейчас нахожусь. Направо за лодка должна быть моя. Ну, тут набегать не уйдет, я думаю, львиная доля времени. Не сколько на разгадки там какие-то, а просто на беготню. Блин, да просто ж сядь в нее. Пока быстрое перемещение не откроется, это будет интересно долго. Нам сюда. Не задави рыбку, хотя ее кто-то уже задавил, по-моему. Ничего себе, тут у вас рыбки плавали. А побыстрее можно плавать, нет? Можно. Кто-то тоже на лодке проплыл только что. Ладно, нам вот сюда, потом выплываем и пробуем пробираться до максимального. Вот сейчас, ладно, поплыли, потому что все равно тут не сориентируешься. Нам потом вот сюда. Компас, правда, есть вверху, но по нему пока что я не привык пользоваться. Им пользоваться он не, пока что мне неудобно. Хорошо, сейчас мы выворачиваем прям вот сюда. Прям выворачиваем прям. Вот сюда. Правильно повернул. И до упора, либо еще чуть-чуть под выповертом. Можем попробовать. Можем сюда уже? А можем вот сюда. Но я думаю, нам лучше сюда, да, потому что здесь будет ближе бежать. А лучше вообще вот сюда по прямой. То мы тут еще куда-то зависим где-нибудь. Поплыли. Ну, конечно, можно выходить, обыскивать вон вот эти всякие вот сортиры какие-то, смотрите. Это ж явно какие-то места, где что-то может быть. Вот что это за метка? Можно прифрахтоваться, да? Что это за фигня? Где же может быть... Ё-моё, там монстры ходят. Ой, ёпарасоты. А нахрена вы мне нужны? Все, прощайте мои патроны. Я надеюсь найти здесь что-то ценное. Иначе на кое я сюда залез? А я не мог сюда не залезть, потому что я искатель приключений. Не, ну я для опыта, ну просто первое место, которое можно остановиться и просто обследовать. Новые виды монстров, причем очень жуткие. Давай другой возьмем револьвер. Это уже исчезло, чудо, которое я убил только что. Патронов у меня больше нет, молодец, выстрелил все, что можно. А, он в воде. Ну и пусть сидит, дурак. Явно сюда потом какой-то квест, я не знаю. Порох, вы не можете нести больше, металлолом. Патроны, я не те патроны использовал. Револьвер надо было использовать. А тут куда падение? И что, это все? И это ради этого я сюда залез? Не знаю, думал, может что-то реально ценное найти. А я нашел патроны, которые не теми стрелял просто. Но опыта набил немного, но это не то, что я хотел бы здесь найти. Блин. Я не могу нести порох. Ну давай, делай тогда, может ты не можешь нести порох. Создавай давай. Пистолетом вот сюда. Давай, делай. Сколько там можно их сделать?
Давай по максимуму, все равно на тебя не влезет дальше. Ну, наделал, и что дальше? Нормально. А, я могу и аптечки делать. Оу, е. Я могу все, что хочешь делать. И сюда патроны могу делать. И сюда. И сюда. Ладно, можно не волноваться особо сильно. Но это, конечно, все равно я промахнулся. Порох я-то, конечно, сейчас возьму. А, это гильзы, это не патроны. Блин, делай патроны, стреляй, зарабатывай опыт. Вот в чем фишка, понятно? Это не патроны, это гильзы. Я потом могу их производить. И в том ящике остались гильзы. Ну ладно. Ладно, это я так посмотрел, узнал, что это к чему. Вот это непонятная хрень. Эта зараза утонула. Если я к нему упаду в воду, то он меня же будет... Он под водой нормально живет. Одно только не могу понять. Почему мне ничего не дают интересного? Какие-то, не знаю, зацепки, какие-нибудь видения. Но все-таки-то пришлось пострелять. Ладно, давай, тогда пошли. Надо ставить метку, нет? Фиг его знает. Давайте первую метку поставим на карте. Пусть будет, а что? Как ее поставить? Поставить метку. Тайна. А как ее теперь убрать, эту метку? Редактировать. Какая там нахрен тайна? Заблокированный проход, сокровище, тайна, опасность, рекламное объявление, в общем тайна, да, пусть будет тайна, нормально. Я это место пометил, там один труп остался у нас, ну чудовище, которое бродит. Ну а так с ним мы, в принципе, разобрались. Познакомились с местными монстрами, хотя я не планировал во второй главе это делать. Но пришлось. Так, мне сюда, по-моему, да? Или еще проплывем одну улицу? Давайте еще одну проплывем. И сколько таких домов в этом затопленном городке? Так, где угодно, да? Паркуйся. Выходи и постреливай. Куда тебе нравится. Надо нам сюда. Теперь бы, конечно, желательно... И тут дыра как. Не заглядывай сюда. Да здесь они везде. Вон бегает что-то нереально огромное. Они везде здесь. Видели за домом? А, вон оно. Ладно, идите нахрен, у меня патронов не так много, чтобы вас просто убивать. О, ребят, рыбаки, там рыба большая. Рыба огромная. Ё-моё. Ребята, там рыба огромная есть. Она вышла. Интересно, что будут остальные делать? Ничего себе, ничего не будут делать. А, она умирает, когда выходит. А что за фигня, чё ты умираешь-то? Да нифига она не умирает, он телепортируется обратно. Такое мне не нравится. Не буду, короче, его убивать, хотя очень хочется. Ребят, смотрите, что вылезло. Кто из вас не удивить, да, этим, этой хренью? Обалдеть, их не удивить этой хренью. Мне просто интересно теперь лопату испытать. Насколько она крута. Короче, 4 удара лопатой. Вот чем фишка. 4 удара лопатой. Лопатой лучше, конечно же, не пользоваться. О, патроны. 38. Один патрон. Не, ну я должен был попробовать, что себе лопата представляет. Ну, меня уже кто-то бьет. Только не говорите, что вы здесь вечные. Не пойму, откуда. Не пойму, откуда оно. Но лучше отсюда бежать. Сверху, что ли, стреляет?
Наверное, сверху стреляет. Получил по морде, молодец. Нет, я не готов еще с ними воевать. Ну и в баню. Возьми другой пистолет. Еще патроны на вас тратить. На кой вы мне нужны? Но место, конечно, интересное. Место, конечно, интересное. Вот оно здесь. Можно зачищать эти места, да? Так они тут везде будут в этих районах. Блин, ну одного что уже убил. Так хочется его добить. Так у меня линии нет. Вот собаки. Я так и не понял, откуда в меня это чмо стреляло. Сверху, короче, появилось. Какие-то моторы. Че ты себя приперся, идиот? Беги нахрен отсюда, пока жив. Ну их в одно место, короче. Странный отличный тупик. Отлично, они просто появляются, короче. Идиотизм вообще. Я думал, локацию зачищаешь, что-то тебе дают. Нет, нифига, просто локация, в которой может даже ничего и не быть на самом деле. Меня отмудохали, смотрите, линия осталась 30%. А я ничего не нашел даже. Мертвый вообще город. Локации мертвые, можно не заходить особо зачищать. Ну, знаете, думал, может, ну, может, патронов найду каких-нибудь там или еще чего-нибудь. Не, просто ты там бегаешь, а этот появляется, где ему нравится. О, наконец-то, наконец-то. Короче, вот тут, благодаря вот этим телефонным будкам можно перемещаться. А я думал, от входа. Может, там, конечно, возле газетенки это было место перемещения. А я как-то не среагировал. Тут, возможно, оно было. Ну, тут надо было перейти дорогу, посмотреть. Ну, ладно, мы там все равно еще раз 10 пробежим. Все, я понял, что тут к чему. В общем, можно... Это кто? Можно особо не отвлекаться на этих монстров. Просто трата патронов и аптечек. Жалко. Бар, мой знакомый с прошлой серии. Как мне выйти на третью гавань? Третья гавань, мне сюда. Начинается. Слава Кею. Наконец-то. На помощь. Что происходит? Морган Фриман? На пирс полезли морские твари. Похож. Я спрятался тут, но эти стены их не остановят. Пожалуйста, помогите мне. Что за твари? Какие твари? Вы о чем? Вайлбисты. Пришли на запах крови. Они пожирают мертвецов. Я ищу капитана Сандерса. Он в порту? Или твари добрались до него? Я видел Сандерса. Помогите, и я расскажу все, что знаю. Да я больше информации. Так, бой. Если вы пригнетесь, врагам будет сложнее вас заметить. Враги могут навредить не только вашему телу, но и разуму. У некоторых врагов есть уникальные способности, которые могут стать для вас неприятным сюрпризом. Но и слабые места у большинства из них тоже есть. Патроны и припасы нужно тратить с умом. Припасы можно добыть, изготовить самостоятельно и получить награду за выполнение заданий. А оружие само себя не перезарядит. Теперь мэр проклят. Что мне надо сделать? Кого мне надо убить? В общем, мне надо, во-первых, вылечиться. Сейчас я попробую вылечиться с помощью аптечки. У меня их 3, по-моему. Это же аптечка, да? Как я лечиться? Понятно. Ладно. Впервые в жизни вылечился. Мне сюда, да, идти? Ну, куда-то еще идти. Немного пороха не помешает. Сейчас начнут выпрыгивать со всех дыр, наверное, да? А, да, вон они.
Камон, камон, там слева, по-моему, еще один сидит. О! Суицидник первый был. Так с тобой и надо, давай так, так же. Иди сюда, иди я тут, иди, иди. А, прикиньте, если не засчитают квест. Гавань очищена. Спасибо, друг. Гавань очищена, друзья, все нормально. Сейчас я покопаюсь в мусорке еще, все бы такие гильзы. Жалко, что его друг не последовал его примеру. О, съели мужика. Вращать. Они опустошили барабан. Все еще воняет порохом. Постреляли, да, по полной. Убит выстрелом в упор. А что за чудовище? Это мои эти, наверное, да, страхи. Ладно, пошли. Пусть курица где-то капитан Сандерс, потом это все обыщем. Место явно что темное. После того, с чем я сразился только что, с этими мутантами огромными, этих детский сад, конечно же. Но я сам виноват, конечно, что заперся туда. Я перебил монстров. Теперь расскажите мне про Сандерса. Он вернулся несколько часов назад. Эти твари появились из-за него. Этот Сандерс, что он за человек? Чужак. Но казался приличным человеком и неплохим капитаном. С командой обращался хорошо. Что произошло на Титане? Это было ужасно. Настоящая бойня. Я услышал выстрелы и вышел наружу. И все увидел. Моряки истекали кровью, умирали. Кровь попала в воду. И вайлбисты почуяли ее. Вайлбисты, блин, название такие. Я должен найти Сандерса. Где он? Он сбежал сразу после стрельбы. Я бросился на пирс и не видел, куда он делся. А других участников экспедиции вы видели? Нет, только Сандерса. Готов поспорить, что только он один и вернулся. Новая зацепка, морские твари, гавань очищена. Ну, в общем, мне надо, наверное, гавань это все-таки исследовать, да? Ну, а что мне еще остается? Да, вот она. Наша любимая гавань. Ну, пошли, труп я уже один нашел, зацепку мы добавили. Журнал есть, читать не буду. Вот это, Сандер сбежал, сгоревшие документы. Ну, пока логики никакой. Ладно, потом соединим. Давайте сейчас смотреть, пистолет, если что, наготове. 20 патронов у меня имеются, порох. Постепенно насобираем, находим. Так, это я уже исследовал, давайте смотреть дальше. Гильзы. Еще один трупец. Кого-то тут расчленили. Монстрам мало что оставили. Угу. Топором зарубили. Нормальный человек такого не сделает. Ох, ё-моё. Короче, это пожирает меня, эти видения, да? Ну да, надо от них быстро избавляться. Короче, я сам больной, еще кому-то помогаю. Питание. Мы на борту, друзья. Лучше быть начеку. Рыбка. Они веселились вовсю. Было много выпивки. Так. Из припасов ничего. Сейчас будем ходить. Тут тихо и весьма себе уютно. Ё-моё. Такая штука не впишется ни в одну коллекцию. Записка.
Договор фрахтования судна. Я капитан Джеремайя Сандерс, настоящим соглашаюсь принять на борт своего корабля Титании всех людей, которые укажет Роберт Трагмортон, и груз, перечисленный в приложении декларации, а также обязуюсь предоставить им любую необходимую помощь, в том числе осуществлять замеры глубины и поддержку при погружении для подводных исследований и наблюдения за жизнью морских животных. Вышеупомянутые услуги будут оказаны в засекреченных точках залива Кейп Код. Мы знаем такой залив? По-моему, на карте что-то я видел. Затем все пассажиры будут доставлены на борту Титании в порт Окмонта. Вознаграждение 70 патронов. Договор у меня имеется. Ну и карта. Кейп Код. Тут были отметки, но их стерли. Еще что-нибудь? Еще что-нибудь? Ладно. Пока никаких зацепок. О, появилась зацепок. Вон оно. Что здесь произошло? Мы сейчас узнаем. Так, первое. Нет, начнем отсюда, наверное, все началось, да? А может быть даже еще. Да, отсюда. Ты не заберешь меня! Получай! Короче, тут тоже резня была своя. Все поехали крышей. Зарубил следующего, да? Забери тебя, Мэйр! Сдохни! Сдохни! Угу. Но это мы с конца начали. Он же убегал отсюда, правильно? Где все началось? Больше никакого рома? После всего, что мы повидали? Пора выяснить, что же здесь произошло. Да все элементарно, Ватсон. Один здесь. Больше никакого рома? Потом началась после резня. После всего, что мы повидали? Забери тебя, Мэйр. И контрольный сдохни, в голову. Сдохни! Ты не заберешь меня! Получай! Команда почему-то сошла с ума. Спасся только один человек. Новая зацепка в чертогах разума. События на Титании. Все улики найдены. Удивительно. Зеленое стало. Там они все нашли, получается, улики, да? Или как это все объяснить? Но пистолет мы нашли. Ну да. Ладно, неважно. Главное, что развязывается и хорошо. Чертоги. Давай. Подожди, журнал, что тут новое у нас появилось. Члены экипажа подрались между собой. Тяжело ранен был в бою. Ладно, Сандерс сбежал, сгоревший документы, раненый моряк. Ну вот первые два очевидно. Раненый моряк. И вот, пожалуйста. Начальник порта видел, как капитан Сандерс покидал пирс. После побоища на третьем пирсе Гриффин Бэй выжил только один человек, получивший тяжелое ранение плеча. Раненый есть капитан Сандерс, теперь ему необходима медицинская помощь. Значит, он пошел в больницу, верно? Я думаю, да. События на Титане, раненый Сандерс. Хорошо, теперь нам надо в больницу валить. Ух, сколько беготни тут. Все, мы тут все нашли. Больница ближайшая, хрен знает где, но у нас есть быстрое перемещение. Но все равно плыть придется, чувствую. Конечно, придется. Хорошо, как нам быстро перемещаться? А, надо выйти, журнал. Все. Начальник порта ел как капитан, после побоища третьей писы выжил после тяжелого ранения. Медицинская помощь. Ну пошли. Явно не в психушку уж нам же ж надо, да? А нам надо в больницу заглянуть. Там, возможно, мы его и найдем. Ух, чуть не пропустил. Гильзы порох. Я могу упасть, наверное, да? Интересно, последствия. Не хочу проверять. Ладно. Теперь мэр проклят. Пока, мужик. Я пошел дальше. Блин, я думал, уже какой-то этот хрен вылез. Как тут быстро переместиться? Надо выйти на ту сторону. Выход отсюда через арку. От точки до точки будем с вами носиться постоянно.
Это уже стало ясно, но без особых, видите, подсказок. И надо искать вот эти телефонные будки, тогда будет гораздо проще. Так, мне сюда, пожалуйста, у нас всего их две. Есть. Первое наше быстрое перемещение в игре. Нажимаю любую кнопку, давайте теперь думать, как нам быстро переместиться к больнице. Вообще-то плыть в любом случае придется, и желательно, наверное, нам... Да, в принципе, вот лодка справа сейчас будет. Опять метет. Дождь он метет. Да, лодка есть, поэтому поплыли. Вот еще какое-то интересное место. Нет, больше я не буду в закоулки заходить, но его в баню. Пользы, ну только опыт набивать, разве что побольше. Вот так, конечно. Одни расстройства. В общем, вот сейчас одну улицу проезжаем и дальше налево. Проезжай эту улицу. Исследовать можно, но это локации в виде дыр. А в дырах монстры. А для монстров только выстрелы, патроны. Лопата очень слабая на самом-то деле. Стой, 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 проехали. Сдай назад, приятель. Давай сюда. Все, мы можем в больницу уже. Сейчас все узнаем. Опа. Где-то такую шляпу оторвал. В таком одище. Блин, зомби настоящий. Оштрафуйте его кто-нибудь, это куда дверь ведет. Не знаю. Так, госпиталь. Вообще монах ходит какой-то. Госпиталь у нас должен быть тут. Судя по кашлю, я думаю, мы пришли. Сейчас бы найти вот эту будку телефонную. А где ее искать? Дешевле не найти. Здрасте. С ним нельзя торговать. Вот сюда нам надо входить, понятное дело. Но тут где-то должна же быть телефонная будка. Я ж не могу бегать. Бомжара валяется. Пожалуйста, помогите мне. Дайте хоть что-нибудь. Мне все сгодится. Где-то что-то... А вот она, быстрое перемещение. Нашел. Нашел, с другой стороны парка прилепили. Отлично. И машинами закрыли. Вот же ж... Нет, ну это ужас какой-то. Вот оно, родное. Это не оно. Да чтоб тебя. А очень похоже было. Очень похоже было. Вот дерьмо. Ну где ж, будок тут больше нет, к сожалению. Ладно, быстрое перемещение как-то будем... Экстренный выпуск. Все новости достойные печати. Купите газету, мистер. Кстати, убить нельзя, горожанин только что попробовал. Ну, тут быстрое перемещение, на самом деле. О, кишащий монстрами район, новое место. Чего? Вон там, ход туда, но это опасная зона, туда лучше не ходить, насколько мы помним. Там нужно хорошо подготовиться к битве. Я не нашел быстрое перемещение. Это жуть какая-то. В следующий раз мне опять сюда бежать придется. Но я же, правда, не туда вышел. Ну ладно. Как скажете. Я, по крайней мере, попытался. Госпиталь, опять в базу данных, вы да? Вы пациент или о. Посетитель? Подождите, сейчас доктор Грант угадает. Посетитель. Но вы немного бледны? У вас голова не болит? Да, как обычно. Ничего особенного. Хроническая головная боль. Потрясающе. Знаете, до потопа я изучал роль гельминтов в распространении заболеваний. Да вы тоже особо не... Каждый из нас не розовый. Сражен гельминтами. Головная боль может указывать на то, что они проникли в ваш мозг. Я об этом не знал, док. Похоже, это серьезная проблема. А вы не хотите поучаствовать в моей экспериментальной программе? Давай, я везде поучаствую. Экспериментальная медицина? Ну что ж, вряд ли будет хуже, чем в бостонской психиатрической лечебнице. Я согласен.
Рад это слышать, мистер... Рид. Чарльз Рид. Примите эти таблетки, мистер Рид. Это мощное средство от паразитов. Когда почувствуете, что вам стало лучше, обратитесь ко мне. О, я их вижу. Больная больница Святой Марии. Жуть-то какая. Не-не-не. А как их принять-то? Это от паразитов или от чего это? Вот от паразитов, давай. О, помогло. Помогло. Док, что вы мне подсунули? Что-то не так? Вы выглядите абсолютно здоровым. Ваше лекарство ослепило меня, а потом у меня начались видения. Удар по голове... А, это помогло, у меня было просто. Любопытно. Раньше таких побочных эффектов не было. Придется провести дополнительные тесты. Сообщайте мне о любых симптомах, ладно? Я вообще-то еще ранен, но помочь я чем еще могу. Могу еще что-то выпить. Наверное, нелегко работать в таких условиях. Помощь нужна? Ну, да, не откажусь. Но, возможно, вы столкнетесь с монстрами. Вас это не смущает? Нет, я не боюсь ни людей, ни чудовищ. А вы не врете, по глазам вижу. В общем, я изучаю вайлдбистов и уже выдвинул две гипотезы, но мне нужны данные, чтобы их подтвердить. Первая гипотеза касается многоруких существ, а вторая — плюющих гуманоидов. Их я уже встретил. Что вы знаете о многоруких тварях? Еще до потопа один мой пациент видел их во сне. Я не могу его навестить, но он наверняка что-то знает. Вот его адрес. Эти мерзкие изрыгатели очень похожи на людей. Но как может человек превратиться в такое чудовище? Моего пациента Джима Беллса положили в больницу с симптомами, напоминающими холеру. А он превратился в такое существо. Невероятно. Вот адрес. Узнайте, что случилось. Ладно. Я ищу человека, который поступил совсем недавно. Он серьезно ранен. Сэр, у меня целое отделение таких пациентов. Постарайтесь вспомнить, у этого человека на плече глубокая рана, нанесенная топором. Сэр, мне некогда рыться в бумагах. Но если для вас это так важно, можете сами посмотреть в нашем архиве. Счастливо. Так, дом зараженного, магазин бывшего пациента, полевые исследования, аптечку мне еще одну дали. Короче, это у меня успокоительное. У меня было всего три, я одно использовал. Правда, чуть не помер. Ну что, теперь в архив. Сейчас будем искать. Гильзы, порох, металлолом. Нет. Что вы за ямы такие? Вообще кошмар. А, архив я уже нашел. Минуту. Сначала исследую это место. Второй и третий этаж под палаты пациентов. Первый этаж регистратура. Подвал, операционный склад. Ох, у вас операционные. Сразу гробы в операционные, да? О, уже вышел. Уже здоров. Не в гробу вышел, уже хорошо. Блин, открывать? Не стоит, может? Ладно, порох нам тоже не помешает. Ладно, пошли дальше. Вау, не туда зашел. Тут отмывают трупы. Пошли наверх. Сейчас я еще наверх сбегаю. А, в архиве. Это ж нам наверх потом искать его придется точно. Хорошо, что нам искать в архиве? Район. Greenway Bay. Отделение. Хирургия. Правильно, терапия, психолечебница. Морг? Всякое может быть. Хирургия. Период. После потопа. Ну, должно найти что-то. Ни хрена. Период говно, кстати. Не работает период. Субъекты, пациенты. Нет, отделения, район. А я откуда знаю, что тут искать? Субъекты. Ладно. Ни хрена не понял. Ладно. Пойдем искать в ручном режиме. Придется найти его самостоятельно. О! За руку держись.
Что с вами случилось, мистер? Пит. Взрыв. Глушил рыбу динамитом. Больно говорить. Глушили рыбу динамитом? А может, вы дрались в порту или на корабле? Нет. Пожалуйста, уходите. Счастливо. Раненый пациент Пит. Это тоже для чего-то нам нужно. А на кой нам в журнале этот Пит? Ладно. Ладно, будем так искать. В архив не добавляли, видимо, раненого. Но это явно не в драке. У него запор, походу. Не добавляли в архив-то нашего клиента. Поэтому я не смог его, наверное, найти. Здрасте, бабуль. Ох, мой живот. Никогда больше не буду есть пиявок. Я же говорил, запор. Ладно, пациента здесь все. Все, что ли? Два пациента на этаж? Широко живете, кучеряво. О, вот этот горячок, по-моему, наш. По-моему, да. Аккуратно к нему. Давайте сначала тетю проверим. Тут чесотка. Почеши меня, да. Да, пожалуйста. Пожалуйста, вот здесь, да. Зудит просто ужасно. Отойду лучше подальше. Так, там доктор какой-то. Во, раненый в плечо. Это наш клиент. Здрасте, доктор. Она со мной не общается. Вас не надо почесать. Есть лекарства какие-нибудь? Порох, гильзы. Я думал, вас найду аптечки, хоть чуть-чуть. Ну ладно, мы нашли его. Вот это да. Что у вас с плечом? Я подрался с одним психом в баре. Он выхватил пистолет и подстрелил меня. А что вам нужно? Я ищу некого капитана Сандерса. Капитан Сандерс? Впервые слышу. Меня зовут Джозеф Уиллоу, и я вам ничем помочь не могу. Поправляйтесь. Джо, жертва стрельбы. Ай-яй-яй, что-то скрывают. Опа! Какой экстремальный сортир, да? Главное, конечно, добежать не вовремя, а осторожно. Что мужик, собственно, делает? Здрасте. Я, конечно, извиняюсь, но я ищу кое-кого. Да, и тут унитаз явно не для слабонервных. Тут пациенты не нужны в этой больнице. Посмотрите, что происходит на самом деле. Жуть-то какая. Жутчайшая на самом деле. Такие туалеты строят. Короче, не нашел я его. Вы хотите сказать, что я не могу найти мужика? Дай мне. С ранением? Да вот он валяется. Вообще-то вот это может он быть. А, еще в сортире не был здесь. Ладно, я тебя буду все равно искать. О, нашел. Не то, конечно, но тоже хорошо. Гильзы, патрон. Остальные тумбочки как-то проигнорировал. А на них не было метки. О, какая-то тоже фигнюха. Вот сюда. Подождите, тут метка есть. Что это за метка? А ну, признавайтесь. Признавайтесь, что у вас тут хранится. Через свою лопаткой не могу ничего вскрыть. Не знаю. Короче, скорее всего, в архиве надо что-то там понажимать, тогда мне... Или тут есть тайная дверь? Нет. В архиве понажимать, и мне скажут, куда его перевезли. Вот эта тетя еще подозрительно себя ведет, конечно. Че она со мной не общается? Не знаю. Не знаю, не знаю. Ладно. А это куда падение? Что, давайте испытаем. Давайте мужика привалим. Нет, это его не напугало особо сильно. Да вот же он. Он, правда, с нами не особо общается. Подонок.
И эта метка очень странная. Давай еще в морге посмотрим. Так это второй этаж, извините. А что ж это за метка на окне на втором этаже? Ха, какая подозрительная больница у вас тут. Я вас... Ты что делаешь? А, ты в яму упал. Ну да, тоже ж не для людей. Гроб закрылся. Это реально страшно. Это реально стрёмно. О! Здесь я точно не... Нет, был, блин, чистая вода меня достала уже. Ладно, в архиве надо копаться. Если он тебя отправил в архив, надо копаться. Но я просто надеялся сам найти в больнице. Но больницы его точно нет. А зачем мне журнал-то дали? Ну, есть тут мужики эти, а что толку от них? Выстрелил в него в баре. Нет! Что, в бар бежать? Начало по... Пойми, писка на рыбалке от взрыва динамита. Пьяный псих выстрелил в него в бар. Короче, в бар надо бежать, вот зачем эти заметки. Проверить два места надо. Рыбалка от взрыва динамита, не знаю, где искать. Ну и бар, мы знаем, где бар. Такое быстрое перемещение-то нет совсем, вот дерьмо. Короче. Берегите себя. У нас не осталось свободных. Или надо выбрать Сандерса. Выбрать улику. А, ну да, мы сначала выбираем улику. Правильно. Ну да, мы выбираем улику. Точно. Выбираем улику. Пациент. После потопа. Хирургия, правильно? Можем район даже еще поставить. Ну ладно, давайте уберем... Период. Давай поставим гримх. И, по-моему, сейчас должно сработать. Блин, да, надо просто улику правильно выставить. Чуть-чуть прогнал. Ну ладно. Питер Кроули, мужчина 29, житель Окмонта. Многочисленные ожоги, осколочные ранения груди и лица. Получены в результате взрыва, несколько хирургических операций, обработка ран. Пластика лица, прогноз благоприятный, рекомендован постельный режим, мы его нашли. Джозеф Уилл, мужчина 39, уже глубокая рана левого плеча, перелом ключицы, трещина в лопатке, рана зашита, трещина зафиксирована, перевязана, следов инфекции не обнаружено. Прогноз благоприятный, рекомендован постельный режим. Хорошо. Так, это не те ребята, которые мне нужны. Так он врет, подождите-ка. Раненый, улики обновлены. Вот. Он же сказал, что он был в другом месте, да? Ну что, я тебя вывел, по-моему, на чистую воду. Журнал, улики. Начальник порта видел, как капитан Сандерс покидал пес после бывающей раненый. Есть капитан Сандерс, теперь ему необходима медицинская помощь. Хорошо. А ну-ка, лезь, мужик. Это же ты, правильно? Нет, это не ты. Там, вверху, на третьем этаже, голый. Я тебя выведу на чистую воду, блин. Здорово. Забавно. В медицинском отчете сказано, что вы поступили с глубокой раной от топора. Вот-вот. Точно такую же капитан Сандерс получил во время бойни в порту. Да провались все пропадом. Кто вас прислал? Вопросы здесь задаю я, приятель. Угу. Понятно. Сначала скажите, кто вы такой. Я Чарльз Рид, частный детектив. Трогмортон нанял меня выяснить, что стало с его экспедицией. Значит, Трогмортон наконец решил разобраться. Я знал, что рано или поздно меня найдет какой-нибудь сыщик. Я был на Титании. Похоже, вы все постоянно прикладывались к бутылке. Почему? Чтобы матросы не взбунтовались. Чтобы не отчаялись. После этих погружений кто угодно запьет. Значит, погружения потрясли вашу команду. Но что случилось в порту? Не знаю. Все было спокойно, пока мы не пришвартовались, а потом они спятили. Погибло много хороших парней. Что вы искали под водой? Причину всего этого. Камней, потопа.
Чудовищ. Ученые нашли на морском дне расщелины. У них была какая-то теория о том, что это связано с безумием. Дно океана раскалывается, и из этого на суше начинается истерия? Серьезно? Мы много дней провели над этими расщелинами. И снизу за нами кто-то наблюдал. Можно без преувеличения сказать, что ваша экспедиция закончилась катастрофой. Есть вещи, о которых лучше никому не знать, мистер Рид. Жаль, что я не понял этого раньше. Может, тогда бы они и не погибли. Ученые, моя команда. Никто из них не заслужил такой судьбы. Вы знаете, что Альберт Трогмортон добрался до берега? Альберт выжил? Он здесь? Не совсем. Он тоже погиб. Его убили в порту. А что случилось с остальными? Я не знаю. Моя команда оставила их там, под водой. Я велел начать спасательную операцию, но мои люди пригрозили бунтом. У вас была веская причина бросить экспедицию на верную смерть? Вас там не было. Столько дней на этом корабле. Это был кошмар, мистер Рид. Мы видели всякую жуть. Боялись засыпать. Клянусь, это была экспедиция в проклятые воды. Расскажите, что произошло при последнем погружении? Обычно водолазы погружались, а в назначенное время всплывали. Но в тот день никто не поднялся. Тогда я отправил людей на поиски. Они вернулись с Альбертом, но все были без ума от страха. Вы не могли бы отвезти меня на место последнего погружения? Нет, нет. Не ищите их, мистер Рид. Это хуже, чем самоубийство. Капитан, я был на флоте водолазом. Без обид, но я не боюсь ваших страшилок. Мне плевать. Я вас туда не повезу. Да вы никогда и не найдете их без снаряжения. Вы не знаете, где раздобыть хороший скафандр? Мои люди брали скафандры на местной фабрике. Раз вы так упрямы, я дам вам адрес. Где судовой журнал «Титании»? Он был у меня, но потом я отключился. Помню операционную. Когда я пришел в себя, моих вещей уже не было. Поправляйтесь. Так. Но я знаю, где искать. Я эту больницу уже изучил, к счастью. Я уже знаю здесь все. Сейчас я достану журнал и все остальное. Операционная у нас тут, душевая там. Ноги отрезают немного вот здесь. Так, а где ж тут журнал? Нет, еще... А, вот он нашел. Место происшествия. Экипаж жалуется на подозрительные звуки и проблемы со сном. Рыбы ведут себя странно. 22 марта добрались до чего-то там. У экипажа начались галлюцинации. 23-я выдал ему рома. Надеюсь, это их отвлечет. 23-я нашли воздушный карман в пещерах рядом с зубами дьявола, недалеко от города. Ученые обнаружили какие-то древние стены. Просят ящики с инструментами. 24-я в установленный срок на поверхность никто не поднялся. Отправил Тейта и Майерса на разведку. Тейт и Майерс вернулись с Альбертом Трагмортоном, который совсем свихнулся. Его безумие меня очень беспокоит. Матросы потащили Альберта в спасательную шлюпку. Я попытался их остановить, но они сбунтовались. Так, зубы дьявола. Новая заметка, новое место, судовой журнал. Все улики найдены. Это хорошо, что мы отсюда можем уже уйти. Да, тут зелено. Тут мы что-то все-таки пропустили. Какую-то хрень, видимо, небольшую. Ну и ладно. Какую-то, наверное, записку или письмо какое-то, которое валялось где-то там. Спасибо, док. Берегите себя. У нас не осталось свободных кроватей. Да у вас этажи свободные вообще. А какое место-то открылось? Так, это что? Улики капитана Сандерса. Значительное имущество в подводных расщелинах. Сандерс отправил своих людей купить скафандры на фабрике, которая находится на западе Гринвейт Бэй, на Кэсмит-авеню между Леви Коффин и авеню Дипшор Роуд. Ох, это в картах вычитываться. Это мы помним, что последнее погружение экспедиции состоит из группы подводных камней Зубы Дьявола. Они находятся недалеко от мостового порта. У меня есть координаты, и я смогу туда добраться. Так, чертоги разума.
Раненый моряк, обезумевшая команда. Сандер сказал, что после начала экспедиции его экипаж поразило безумие. Моряки на борту Титана стали побоище, погибли все, кроме одного, выжил был плечо. Спасся только Арбис, потому что его безумие, шли на экипаж. Но это и это. Нет. Странно. Это и это? Да. Члены экипажа Титания сошли с ума, в результате устроили бойню в порту. Ну, это у нас имеется. Сгоревшие документы. Это не, это к этому ни при чем. Там, возможно, что-то я упустил. Не ключевое, но соединить, наверное, не смогу. Ну и ладно. В общем, нам опять в порт. Как это ни прискорбно. Где возле больницы быстрое перемещение? Мы с ума сошли, каждый раз бегать туда-сюда. В общем, нам сюда надо будет доплыть. Это раз. Хорошо. Нам сюда надо будет доплыть. Ах, скафандры, где находятся на пересечении Webster Street и Deep Shore Road. Вот здесь, да? Нам по-любому по дороге сюда. Ладно, давай. Давай в шлюпку или куда там нам надо. В любом случае плыть придется сейчас далеко и долго. Далеко и долго, поэтому побежали. Скафандр, а потом еще куда-то плыть придется. Обалденно просто. Просто чудесненько. Ну хорошо, вот я уже вижу лодку. По этой лодке поплывем. Deep Shore Road. Можно оплыть, а можно пробежать 5 метров. Но нам на пересечение Webster Deep Shore Road. Подождите. Еще раз давай посмотрим. То сейчас буду долго плавать. Сандерс отправил своих людей купить скафандры. Гримфер Бэй на Касмит Авеню. Между Леви Коффин Авеню и Deep Shore Road. Леви Коффин Авеню. Леви Коффин Авеню. Где она вообще? Ферри Роуд, Шелби Роуд. Леви Коффин Авеню нашел. А при чем здесь Deep Shore Road? Ну до хрена где находится. Леви Коффин Авеню. Ну к западу вот здесь, да, Касмит Авеню. Ого, сколько ехать. Короче, надо быстрое перемещение. Проще, наверное, будет переместиться, а потом добежать туда. Так подождите, Касмит Авеню это вообще водная река. Ладно, давай через эту метку, как-то надо сюда перемещаться. Наверное, мы с вами все-таки давайте побыстрее переместимся к больнице, чтобы было быстрое перемещение. Значит, это будет очень и очень долго. Там уже будем искать, куда бежать. В том районе в любом случае. Скафандр сначала надо найти, а потом отплывать, походу, на остров, да? Возле больницы тоже, по идее, должно быть быстрое перемещение. Просто надо было побегать, может быть, там куда-то влево-вправо. Кишащий монстр в район. Да идите в баню, у меня не столько много патронов, чтобы эти районы исследовать. И зачем? Вопрос. Самый главный вопрос, зачем? Я, конечно, там один район пытался исследовать, но ничего хорошего из этого не получилось. Я пробежал мимо, пардон. Пардонимо. Так, давай тогда сюда, к по-любому к порту. Все окей. Я думаю, мы уже близко к развязке этого дела. Осталось только тут совсем чуть-чуть-то. На самом-то деле. Ну, давай бежать. Надеюсь, ну да, нам плыть-то не придется. Леви Коффин Авеню. В общем, назад. И налево. Эй, ты чего? Она еще разговаривает. У них есть в городе психушка. На самом деле у них улица как психушка. Вот это подвесончик был. Ну, нормально, тут какие-то кошки бегают. Мышки, кошки. Нет, сюда я не пойду. Я больше не захожу в подворотни, потому что не вижу в этом смысла. Конечно, ты же пробежал мимо. Свежая рыба! Свежая рыба! Только что... Свежая рыба? Да я в жизни не стану ее есть, свежая рыба. Свежая рыба.
Так, а это куда я вбегаю? Что это за подворотня? Ой, ё-моё, опять сумасшедшие. Плыть, походу, придется. Два входа, отсюда и оттуда. Можно было отсюда попасть, можно было оттуда попасть, ну да. Вот эта фабрика, вот она. Чё нельзя вот сюда залезть? Вот же ж стена высокая, поэтому нельзя залезть. Но это не круто, что без меток. Круто. Это, конечно, смелый такой поступок. Блин, мужик лежит, я думал, что-то шевелится. Тут рыбу кто-то ловит, псих какой-то. Че, больный, что ли? По-моему, да. Так, ну мне налево. Мы как раз сейчас в фабрику и заплывем, я чувствую, да? Ну да, нам вот сюда. Вот сюда. Я правильно повернул? Практически. Хо-хо-хо. Нет, я припарковался в чем-то дворе. Теперь попробуй сюда выплыть, парень. Нормально, у меня с прокупкой все окей. Сейчас выедем. Понастроили тут, блин. Нет, ну реально, если было перемещение к точке в точку, здесь вообще за 5 минут можно все делать, проходить это все дело. Вот эта фабрика. А я ж тут был-то, да? Нет. Я что-то подобное зачищал. По-любому тут будут враги. Ну да, мне сюда. Это она и есть, потому что больше нет здесь, где... Есть у меня оружие? Есть, по-моему. Ладно, скафандры имеются. Фабрика водолазных скафандров. Нашли. Да, кто-то вылез. Внимание, внимание. Убил. Еще одно ползет. Внимание. Еще что-то... А, это солнце, свет. Ну, почти идеально. Все, по-моему, не слышу шума. Они куда-то исчезают. Они вот в пятно превращаются и уходят куда-то. Так, это что? Это патрон 38-го. Но расслабляться, думаю, не стоит. Сейчас мы тут наберем гильз, патронов. Хорошо. Но самое главное, скафандр мне нужен. Это все, что мне нужно от этого всего дела-то. О, я его нашел уже. Он не удержит воздух даже минуту. Нет, дырявый. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось-то. Пошли на второй этаж. Я его тестировать хотя бы здесь не буду. Так, шкафчик. Тихо. Еще кто-то ползает. Гильза, порох. Порох. Во, лодка до зубов. Не падай. Все улики найдены, обалденно. Я не собираюсь рисковать жизнью в этом ржавом скафандре. Да нашел ты уже, уже успокойся, успокойся. А, это моя тень. Чуть не родил, блин. Это моя тень в окне. Ну, теперь плывем вообще хрен знает куда, да? Теперь мы будем в скафандре ползать. В каком-то интересном месте. Лодка. Лодка должна здесь где-то появиться. Вот она появилась. Нам бы теперь доплыть по-быстренькому, и будет все окей. Пошло как по маслу. Угу, Deep Shore Road, ну нам направо, а потом бежать до хрена, конечно. Я думаю, это, помните, будку я нашел возле больницы? Я думаю, нам просто не дают сразу эти быстрые перемещения. Свежая рыба! Если у нас будет быстрые перемещения, игра пройдется очень быстро. Там будку я нашел, явно там рано или поздно появится карта. Как вот здесь вот. Так, ну далековато бежать-то на самом деле. Велосипед хоть бы придумали ему. Какой-нибудь. Подожди, нам сюда. Так, я на пирсах. Нам надо чуть-чуть сюда. С этого и поедем, да?
Можно упасть. Да, можно. Нормально, сломал две ноги. А я эту лодку видел раньше. Когда мы защищали это место, вот это я к ней подходил. Она явно себя выдавала. Да. Она явно себя выдавала. Загрузка «Потерянное море». Что, меня куда-то меня переместят? Ни хрена себе. Это что, отдельный остров теперь, что ли? Да, это отдельный остров. Ничего себе дела тут по размаху. Это у меня только второе дело. А, так тут ничего нет на самом деле. А, погружаться будем. Я думал, меня туда пустят. Нет, не пустят. Сейчас, минута. Минута. И что, я под воду ухожу, да? И у меня будут подводные миссии? Ничего себе! Сейчас мы тут такое насмотримся. Все, отбил себе пятую точку. И как, я буду теперь в скафандре ходить, да? Ни хрена себе, Fallout вернулся. Вау, круто. А что мне надо сделать, ребята? Лампы почти догорели, но по ним все еще можно ориентироваться. Нажмите Т. В журнале хранится основной отдел, который отражает. А это причем? Информация, расследование, поговорки, сделать предмет, сделать фотографию. А, сделать фотографию, да? Метку надо посмотреть. Я понял, зачем мне это сказали. Журнал. После экспедиции состоялась рядом с группой подводных скал, известных как Зубы Дьявола. Они находятся недалеко от Окунского порта. У меня есть координаты, я смогу добраться. Это я сделал. Это водолазный скафан, похоже на те, что надо было. В нем можно погрузиться на остров. А где тут? Как мне узнать, что мне надо делать? А, когда найду, тогда мне скажут, что надо делать, да? Понятно. Так, мне надо, наверное, сделать контрольный сейф на отдельный слот. Сейчас я, наверное, это сделаю, а потом с вами... вернемся в наш скафандр. Так, сделал я отдельный сейф. Мало ли что меня здесь ждет. Решил его перезагрузить. Вот, я вернулся. Все нормально работает, поэтому можем идти дальше. Лампы почти догорели, но по ним все еще можно ориентироваться. Тут, конечно, есть какие-то еще могут быть подводные камни. А это работает у меня здесь. Но нам надо идти по лампам, да? Необычный камень. Может, это статуя? Может быть. Я вижу следующую лампу. Идем. Нормальная подвода нас забросили. А вон следующая лампа. Куда ж мы выйдем, интересно? А это что такое? Скафандр кусок. А его нельзя исследовать? Нет. Кто-то явно не добежал. Мне это не нравится. Как бы мы это вас в первой заставке с вами не встретили. И что мне сюда куда? А вон оно плавает. Ни хрена себе тут. Мне вниз надо падать. Ну все, я назад уже не выберусь. Так, ну сейф я сделаю, если что. Вовремя сделал сейф, это хорошо. У меня, кстати, безумие начинает развиваться. О, я умер, да? Блин, меня пока постоянно преследует какой-то чувак. А теперь... А, все, чуть не прыгнул. Так а когда у меня будет безумие, да не матч. У меня всего два успокоительных. Дальше что мне делать? Я что-то нашел. О! Не двигайся! Оно заметит тебя! Если ты... Нет! Хью! Нет! Ну-ка, это пещерка. Короче, мне надо побыстрее... О, у меня начинают глюки. Это глюки пошли уже. Ну я добежал, по-моему. Мне надо бежать надо было или что? Или успокоительное пить? Да обойдетесь, у меня всего два осталось. Ух ты! Приятель тоже разделся. А что ж тебя там ударило?
А, глюки, когда шкала закал... ну, в общем, когда она падает, тогда все. Можно, конечно, вернуться обратно, но мне что-то туда не хочется. Включай свои фонари, пошли. Нас сохранили, тем более. Ученые даже не забрали свои инструменты. Ох, там кто-то есть, прикиньте. В этой пещере кто-то еще и остался. Ну, капитан, молодец. Сандерс, ты... А, это зайчик. А, ну да, зачем зайцев брать на борт, правильно? Пистолет достань. Здрасте. Боги склоняются над нами. Боги проникают в нас. Я просто тля перед ними. Хорошо. Я не буду с тобой спорить. Он просто заяц. Ух ты, тут что-то высвечивается. Все скафандры изрезаны. Ага. И там еще кто-то остался. А это вы мне куда высвечиваете? Что мне с этой дырой делать? Не знаю. Ладно. Пошли дальше. Тут я хоть могу пройти? По-моему, да, вот труп какой-то. О, можно сфотографировать. Сейчас мы это сделаем. Ритуальный клинок, оккультный знак. Пожалуй, это надо показать мистеру Трогмортону. Да, это стоит. Ноги, конечно, не снял. Ну и ладно. По-моему, засчитали, нормально. Там еще какой-то мужик стоит. Странный. Дайте мне это, как его. Вот это. А это что? Дырка какая-то. Блин, да тут их полно. Великая Мэйр, стань нашими глазами и позволь увидеть далекие звезды. Окей. Наконец-то он Опа. Явился. Священный носитель величия. Чрево его тяжело. Прими меня. Забери меня. Умоляю. Носитель чего? С кем ты разговариваешь? Что случилось? Аура открыла нам глаза. Первый, второй, третий. Ты видишь многое, но не замечаешь великолепного панциря Белой Девы, которая спит здесь. Хватит нести бред, говори прямо. Бред? Нет, это смысл не имеет смысла. Откройся истине, ходи, слушай, молись, пробудись, священный червь. Свей гнездо в его черепе. Услышь мои молитвы и даруй мне свою милость, умоляю. Новая зацепка. Теперь ты видишь прекрасную и чудовищную истину? Нет. А, теперь вижу. Этот О. артефакт идеально сохранился. Может, они поклонялись ему? Может. И дальше что? А, уже, смотрите, активировалась эта хрень, видите? А еще тут ничего больше нет интересного. Сейчас мы узнаем, что тут произошло-то на самом деле. Подожди, а это что за лагерь? А, это сюда ведет, понятно. А вот тут что? Костер какой-то. Опа. И это нас фотографировать, а что тут? А что? А, вы это смотрите. А ну давай. Статуя, что ли? А, статуя. Фото до исторической статуи. Окей. Хорошо, что зашел. Ладно, еще что-нибудь? Главное не упасть. Фонарь... А, это у меня включен.
Хорошо, здоровье никакущее. Надеюсь, я как-то восстановлюсь. А что тут ящиков никаких нет? Пошариться. Ладно, неважно. Пошли уже в это воспоминание. Я не знаю, как мы отсюда будем выбираться. Это для меня, конечно, загадка. Но я вошел. Теперь надо расставить правильно три схемы, да? А какая первая у него тут? Войдем в храм. Как только они возьмут ключ-печать, порежем их водолазные скафандры. Ага. Это эти люди рыбы, да? Забудьте про них. Берите семя и печать. Живо! Какие кровожадные. А где ж третья-то? А, вот третья. Что это? Она дрожит и... Нет! Нет! Не подходите! Кажется, я начинаю понимать. Ну, с этого начинается. Это... Пойдем в храм. Нет, это как не то. Как только они возьмут ключ-печать. Потом они пришли сюда. Водолазные скафандры. Это второе, а вот это третье, походу. Что это? Она дрожит и... Все, нет, вот нет, так нет, вот. Забудьте про них. Берите семя и печать. Живо! Да, участники правильно. Экспедиции нашли артефакт, который свел их с ума. А инсмутцы похитили его вместе с профессором. Так, начинается у меня шиза. Ключевые улики найдены, чертоги разума. Все улики найдены. Круто. Круто. Короче, я в том здании что-то недофотографировал просто, мне кажется. Ну, давайте соединять, что там у нас осталось. Знания, во-первых, появились. Это мифы, дополнились фото исторической статуи, пророчества... А, ну ладно, не то. Журнал — это важная была зацепка, я так понимаю, да? Это надо показать нашему заказчику. Нападение — это то, что мы сейчас с вами расследовали. Чертоги. Сгоревшие документы, безумные ученые, безумные... Подводный артефакт. Гибриды хотели получить странный артефакт, обнаруженный в развалинах, и найти того, кто его потревожил. Ну, это понятно. Спасение Альберта. Спасся только Альберт. Испугавшись его безумия, члены экипажа забунтовались и насильно садили его в шлюпку. Эти ученые странно действуют на меня. Находясь рядом с ними, я чувствую, что теряю связь с реальностью. Раз. И безумные ученые, участники списка, которые погружаешь в воду, сошли с ума, несут какой-то бред. Вот это с этим по-любому. Да, спасти выживших, даже если это безумие способно повлиять на других, я не могу сбросить выживших на верную смерть. Они ни в чем не виноваты, окей. Спасти выживших, бросить выживших. Придется бросить выживших, и безумие гораздо... А еще что-то можно соединить? Еще можно соединить. Безумные ученые... Сгоревшие... А это при чем здесь? Инсмонцы разгромили штаб-квартиру экспедиции, сожгли весь ее архив и даже газеты. Это мы нашли. Гибриды хотели получить странный артефакт, обнаруженный в развалинах, и найти того, кто его потревожил. Спасся только Альберт, испугавшись безумно, члены экипажа взбунтовались. Насильно садили его в шлюпку, участник списка, куда погружались в воду, сошли... О, вот это с этим. Да. Присутствие Альберта вызвало вспышку безумия на Титане. Чтобы это остановить, члены экипажа посадили его в шлюпку и попытались... шлюпку поплыли без него... Без него, короче, поплыли. Но это с этим, по-любому. Да, инсмутцы знали, что ученых поразит безумие. Им был нужен артефакт и Гарриет, которая его взяла. Найдены все зацепки. Зацепки, заключения. Окей. Вот оно и вытекает из безумия на Титане, происшествия на Титане. Альберт Трогмортон – источник безумия, который заставил моряков Титане поубивать друг друга. И вытекает следующее. Я должен спасти участников экспедиции. Нужно сообщить Роберту, где находятся выжившие, и приступить к поискам Гарриет. Ну вот и все. Вот и все. Все, что надо, мы сделали. Да? Или нет? А что мне теперь надо делать? А куда мне теперь надо бежать? Спасти выживших. Ну хорошо. Теперь выходить надо отсюда или нет?
Нет, это статуя, нам в другую сторону. А как я сюда выйду? Через скафандр? А, скафандр есть. Так это опасно. Так, зайца и двух безумных оставляем здесь. Все, можно валить. Даже так. Даже так, шариками. Не, а я думаю, как мы отсюда вырвемся? А тут все продумано. Понятно? На кислороде вылетели. Улики обновлены. Ну что, шикарно. Теперь все понятно. Журнал. Устроили засаду, через захватили профессора, находка, страничная косви и бросили на произвол судьбы. Все, тогда куда дальше идем? У нас вот дело. Мне поручено найти других участников экспедиции. Финансировал экспедицию, вскоре с экспедиции уже только Альберт. Ну все, а что мне еще остается? По-моему, я уже все, что надо, сделал. А теперь на лодку и поплыли. О, начинается. Начинается. Опять в номере проснемся. Нет, какой-то пустыни проснулись. А где это мы? Это уже наша личная какая-то галлюцинация. Я не могу здесь ничего делать, это заставка. Зачем ты это трогаешь вечно? Ну, теперь иди в больничку, а у них коек нет. О, мы дома. Вот это мне нравится, когда мы здесь просыпаемся. Это уже совсем другое дело. Снова в отеле. Теперь можно серию заканчивать, да? Да. Все, теперь ждем. Он будет ждать нашего отчета в южной части Олд Грова. Придется идти в новую локацию, да? Ну, походу, да. Ладно, друзья, на этом все. Олд Гров, Олд Гров, Олд Гров, Олд Гров. Вот здесь, в южной части, вот его домишко, особняк Трогмартона. Идти придется далеко, будем плыть, надеюсь, быстрое перемещение нам здесь поставят. В общем, развязали мы фактически еще одно дело, осталось только доложить кое-кому и все. И дальше будем искать пропавших членов экспедиции и, собственно, виновницу всего этого дела нашего второго в игре. На этом все, спасибо, что смотрели, с вами был Дмитрий, канал Шедер, игровые миры, до новых серий, The Sinking City, пока.